Здравствуйте, друзья! Меня зовут Василий, я представляю центр запуска онлайн-школы Top School. Мы начинаем мастер-класс «Онлайн-школа на миллион». И сейчас я вам расскажу, как запустить онлайн-школу, в которой можно работать всего 4 часа в неделю и которая будет приносить вам 1 миллион рублей чистыми в месяц. Давайте для начала проверим звук. Напишите плюсики, если меня слышно и видно. Плюсики в чат, если у нас все в порядке со связью. Отлично. Вижу ваши плюсики. Смотрите программу сегодняшнего мастер-класса. Вот что конкретно я буду рассказывать. Итак, почему онлайн-школа это сейчас самый прибыльный бизнес? Топ-10 направлений для школ, в которых сейчас есть деньги. Алгоритм создания онлайн-школы с нуля до 1 миллиона рублей чистой прибыли. Как быстро запустить школу без вложений и через месяц заработать первые 100 тысяч рублей. Наш центр запуска школ Top School может вам в этом помочь. Мы даем проверенную технологию, все инструкции и даже трафик бесплатно на ваш первый вебинар для быстрого старта вашей школы. Ну и в конце я расскажу, как работать всего 4 часа в неделю, получая миллионные доходы со своей онлайн-школы. Как вам такая программа, друзья? Напишите, пожалуйста, в чат. Вижу. Спасибо за обратную связь. Я вас сегодня обрадую. Вы увидите реальный путь к исполнению ваших желаний, путь к вашей мечте. Я говорю сейчас без всякой иронии, без шуток. Вы не услышите от меня мотивационные советы и советы, ну, например, про успешный успех. Я вам дам конкретные инструменты, методики и алгоритмы, как заработать, например, 10 миллионов рублей и через год уже с помощью своей онлайн-школы осуществить все свои мечты. Наш мастер-класс про финансовую свободу, про то, как зарабатывать много денег без всякого риска и без больших вложений. Сразу скажу, для кого будет полезен этот мастер-класс. То, что я буду рассказывать, подходит и для экспертов, и для продюсеров онлайн-школ. А продюсером сейчас может стать любой из вас. Сколько денег можно зарабатывать в онлайн-школе? Посмотрим на трех лидеров рынка. Итак, по данным Интерфакс Академии, в России лидирует онлайн-школа по изучению английского языка Skyeng с выручкой 1,5 миллиарда рублей за 2019 год. Второе место. На нем находится онлайн-школа по обучению интернет-профессиям Skillbox. У них в 2019 году оборот составил 1 миллиард рублей. Третье место занимает Нетология, тоже онлайн-школа по обучению интернет-профессиям с оборотом 900 миллионов рублей за 2019 год. Я показал вам эти результаты для того, чтобы вы поняли, что на онлайн-обучение, на онлайн-школы всегда есть спрос, и с каждым годом этот спрос только растет и увеличивается. Но мы не будем сейчас создавать аналоги этих гигантов, потому что денег там много, а свободы мало. Нет автоматизации и очень много головной боли по управлению гигантской онлайн-школой. Мы будем учить вас создавать школы, которые дадут вам возможность путешествовать. Вам не придется, например, даже открывать свой офис, а команда сотрудников, которая нужна для масштабирования, вся будет работать на удаленке. Вы научитесь создавать онлайн-школу, в которой не нужно с утра до вечера работать, иначе зачем она нужна, если ваша семья, ваши близкие будут видеть только вашу спину, когда вы целыми сутками сидите перед компьютером. Это центр запуска онлайн-школы Top School. Наш продюсерский центр запустил уже более 80 школ, причем в самых разных нишах. Наша миссия – помогать ученикам запускать онлайн-школы, которые будут приносить миллионные обороты, и при этом вы будете тратить на них 2-3 часа в день. Сразу же, при запуске мы закладываем возможность вашей будущей работы всего 4 часа в неделю. Как вы, наверное, знаете, есть такая известная книга Тимоти Ферриса, которая называется «4-часовая рабочая неделя». Я вам сегодня покажу, как этого достичь, на каком этапе и как можно перейти на 4-часовую рабочую неделю, чтобы ваша будущая онлайн-школа не развалилась, а работала без вашего прямого ежедневного участия. Зачем нужна школа, в которой вы будете проводить, вот скажите, пожалуйста, 9 часов в день, как на обычной работе? Напишите в чат, кто хочет узнать, как запустить онлайн-школу, в которой можно работать 4 часа в неделю, и которая будет вам приносить 1 миллион рублей чистыми в месяц.
Отлично. Скоро я вам расскажу об этом. Посмотрите, какие результаты получают ученики нашего центра Top School. Итак, школа домашнего фитнеса. 1 800 000 рублей в месяц. Это наша ученица Ольга Колесникова. Нашла эксперта, который раньше был просто фитнес-тренером. Она списалась с ним в Инстаграм, спродюсировала его и сейчас обучает женщин, как стать стройной без фитнес-центров, занимаясь просто в домашних условиях. Второе, это школа рукоделия, 1 500 000 рублей в месяц. Здесь наша ученица Светлана Дьяченко продюсирует несколько экспертов. У нее в онлайн-школе 8 курсов по разным видам рукоделия. Это и декупаж, вязание, бисероплетение, флористика и другие. Каждый курс приносит около 200 000 рублей в месяц. А в сумме онлайн-школа рукоделия обеспечивает Светлане 1 500 000 рублей ежемесячно. Согласитесь, это весьма приятно. Третье. Школа дизайна. Это 2 300 000 рублей в месяц. Это, кстати, один из наших лучших учеников, Сергей Гроховский. Он эксперт по дизайну интерьеров. Мы помогли ему упаковать свои знания в онлайн-тренинг, помогли создать онлайн-школу, и теперь он обучает всех желающих довольно востребованной и высокооплачиваемой профессии дизайнер интерьеров. Четвертое. Школа детского воспитания и развития. Это тоже наша ученица Анна Вишнякова. Она сама эксперт, детский психолог. Раньше занималась просто консультациями, а сейчас создала свою онлайн-школу и обучающий курс для родителей по воспитанию детей с 3-летнего возраста и дошкольному развитию. И пятое. Это школа подготовки бухгалтеров. 1 200 000 рублей в месяц. Это доход школы. Здесь наш ученик Андрей Овчинников работает как продюсер с 3 экспертами. В его школе обучающие курсы по работе в программе 1С по бухгалтерскому учету и другое. Итак. Все наши ученики работают без офисов, создают свои онлайн-школы прямо из дома и могут работать и путешествовать одновременно, причем путешествиям отдавать гораздо больше времени. Поставьте плюсики, кто хочет добиться таких же результатов. Отлично. Давайте кратко расскажу, что такое онлайн-школа, если вы не знаете. Итак, онлайн-школа – это бизнес, в котором вы продаете курсы и тренинги по разным темам для огромной аудитории абсолютно по всему миру. Автором курса можете быть вы сами, либо другой эксперт, с которым вы об этом договоритесь. Первый вариант онлайн-школы – это когда вы продаете свои знания, свои курсы, если вы эксперт, например, в какой-то области. Второй вариант – вы можете найти эксперта, если вы сами не эксперт, и создать онлайн-школу тоже с помощью эксперта, которого вы нашли. Этот вариант называется продюсирование, то есть вы выступаете как продюсер, организатор и руководитель школы. Пожалуйста, не пугайтесь слова «продюсер». Это не как в шоу-бизнесе, где продюсеры – это крутые, богатые люди, которые с помощью своих связей, денег продвигают артистов на телеканалы или, например, на радио. В онлайн-школе продюсером может стать любой из вас, при этом вот прямо завтра может стать и продюсером. И это очень легко, и вы это поймете. Надо только захотеть и научиться продюсировать экспертов. Связи здесь не нужны, и много денег тоже, кстати, вам не потребуется. Согласитесь, это тоже весьма и весьма приятно. Ну что ж, давайте теперь более подробно расскажу по каждому из этих двух вариантов создания школы. Либо вы сами эксперт, либо вы будете продюсировать и найдете эксперта. Итак, первый вариант. Как понять, что вы эксперт? Возможно, вы были преподавателем в обычной школе или университете по какому-то предмету. Возможно, вы опытный репетитор по английскому языку или консультант по маркетингу. Возможно, вы решали какие-то проблемы, например, как бросить курить, как похудеть. Если вы знаете легкий и быстрый способ, как бросить курить, вы можете сделать на эту тему, ну, например, свой курс и продавать его в онлайн-школе. И этот курс будут покупать, потому что это проблема для большинства аудитории. Многие люди не знают, например, как бросить курить, а вы знаете. Может, вы психолог и знаете технологию, как построить хорошие отношения в семье, ведь для многих тоже, согласитесь, это проблема. У мужа с женой бывают проблемы, с воспитанием детей тоже часто у родителей могут возникать различные проблемы.
Может быть, вы знаете какой-то способ, как быстро похудеть или убрать живот. Это проблема у миллионов людей по всему миру. И, например, они не знают, как убрать свой живот. А вы знаете, и знаете способ, потому что благодаря этому способу, например, самостоятельно с легкостью похудели. Несмотря на то, что сейчас полно информации на YouTube, есть много бесплатных видеороликов на тему, например, похудения, мало у кого получается похудеть по этим бесплатным роликам. Потому что нет пошаговой системы. Видеоролики на YouTube — это куча разносторонней информации, которую надо все время пересматривать, и непонятно, какая информация хорошая, а какая плохая. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но это говорит о том, что это не система для человека. Он запутается, у него нет особой мотивации, что делать, глядя на вот эти самые бесплатные ролики на YouTube. А когда человек приходит на какой-то платный курс в онлайн-школу, например, на курс «Как убрать живот за 2 месяца», человек получает пошаговую систему, и он понимает, что будет заниматься по видеоурокам пошагово, по проверенной системе, и достигнет результата. Ему не надо будет ничего искать, не нужно будет ничего пересматривать тысячи раз и искать какие-то непонятные ролики на YouTube. Кто понимает, о чем я говорю, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Отлично. Дальше, может быть, вы умеете профессионально фотографировать или снимать видео. То есть у вас есть хороший отточенный навык, и вы можете создать, например, онлайн-школу, чтобы передать эти навыки другим людям. Кто не умеет фотографировать и не умеет снимать видео, но очень хочет научиться. Во всем мире очень много людей, которые хотят чему-то научиться, но не могут. Например, у них не получается. И YouTube им, кстати, особо в этом не помогает, даже наоборот, мешает. Человек, который ищет что-то на YouTube, только разочаровывается, что столько всякой информации, смотришь эти видео, а время уходит, результата у человека нет, и он, естественно, бросает это дело. Поэтому курс или тренинг в онлайн-школе — это идеальный вариант тому, чтобы взять и освоить какой-то новый навык, проще говоря, чему-то научиться. Так что подумайте, если есть у вас какой-то профессиональный навык или знание, опыт, и вы можете решать какие-то проблемы, то вполне вы можете продавать свои знания как эксперт, создав свою онлайн-школу. Согласитесь, это тоже весьма и весьма приятно. Теперь мы поговорим о втором варианте. Запуск онлайн-школы – это продюсирование эксперта. Если вы понимаете, что вы, ну, например, не эксперт, у вас нет способностей к обучению, нет желания вообще кого-то обучать, то вы находите другого эксперта, которых, кстати, полно в интернете. Вы в этом случае выступаете как организатор, владелец онлайн-школы и занимаетесь продюсированием эксперта. Итак. Продюсирование – это, другими словами, раскрутка, продвижение, то есть вы отвечаете за продажи курсов эксперта и делитесь с ним определенным процентом от продаж. Вы как продюсер будете зарабатывать больше, чем эксперт, потому что вы главный организатор, вы владелец онлайн-школы, и от вас зависит количество продаж. Это закон рынка. Обычно, кстати, эксперт получает 20-30% с продаж. Ну а более подробно про доходы и прибыль онлайн-школы расскажу вам чуть позже. Итак, почему эта система работает? Давайте с вами попытаемся ответить на этот вопрос. Почему эксперту выгодно сотрудничать с продюсером? Дело в том, что здесь получается взаимовыгодное сотрудничество вас, как человека, умеющего создавать систему продаж в онлайн-школе, и эксперта, который эксперт, например, в своей теме. Но он не специалист в продажах, он не специалист в маркетинге. Он, например, преподаватель, автор курса по английскому языку, и он знает, как быстро выучить английский язык. Но он не знает, как продавать свои курсы. И если он будет учиться продавать курсы, то у него просто времени не хватит на продажи и на обучение учеников. И тут вы ему пишете письмо, предлагая сотрудничество по продажам курсов и раскрутки. Многие эксперты будут рады вам, потому что они теперь смогут заниматься только обучением, то есть своим любимым делом. А продвижение, продажи будут полностью лежать на вас. Не пугайтесь, что вы не умеете продвигать экспертов и создать онлайн-школу. Я скоро расскажу алгоритм создания школы. А кто захочет, может записаться в наш центр запуска школ Top School. Мы обучаем и экспертов, и продюсеров с нуля. Таким образом,
У вас с экспертом получается взаимовыгодное сотрудничество, которое устраивает и вас, и эксперта. Каждый занимается своим делом, эксперт обучает, создает курсы, а продюсер организовывает продажи этих самых курсов. Что еще хорошего в этой модели? То, что вы можете при наличии свободного времени работать сразу, например, с несколькими экспертами. Потому что если вы говорите о часах, то продюсирование одного эксперта может занимать 2-3 часа в день. Вначале это будет, конечно, побольше времени занимать, пока вся система строится, а потом даже может и 1 час в день это занимать. Тем более, если вы возьмете себе помощника. Вы делаете сайт онлайн-школы и на нем можете продавать курсы от разных экспертов, с которыми, например, договорились о сотрудничестве. То есть можно продюсировать 2-5 экспертов в разных областях, увеличивая свой доход. И согласитесь, это очень здорово. По сути, получается такой супермаркет, когда человек заходит на ваш сайт онлайн-школы, смотрит, какой курс у вас есть и к какому эксперту, например, можно обратиться. Это тоже весьма и весьма удобно. И, пожалуйста, не пугайтесь, что это все очень сложно организовать. Экспертов, кстати, в интернете полным-полно. Можно с ними договариваться. Соответственно, вам останется только сделать сайт онлайн-школы, добавить туда информацию об экспертах, об их курсах, подключить способы оплаты, рассылку писем и вообще просто наладить систему продаж. Дальше останется только заниматься рекламой и раскруткой. Эксперты будут обучать учеников по курсам, которые вы будете продавать именно в вашей онлайн-школе, и вы будете получать от этого максимальную прибыль. Это идеальный и очень прибыльный вариант бизнеса. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто загорелся идеей создать собственную онлайн-школу. Итак, отлично, молодцы. Если вы до сих пор выбираете, как зарабатывать деньги, выбираете, какой создать бизнес, то давайте я вам расскажу основные преимущества онлайн-школы по сравнению, например, с традиционными видами бизнеса. Такими, как, например, магазины, может быть, это салоны красоты, автомойки и так далее. Первое. Преимущество бизнеса в создании онлайн-школы – это отсутствие вложений. Не нужно открывать офис, не нужно закупать товары, не нужно набирать штат сотрудников, а получить первые продажи курсов в онлайн-школе можно абсолютно без каких-либо вложений. И скоро я вам обязательно расскажу, как это можно сделать. Итак, второе сильное преимущество онлайн-школы – это огромная прибыльность и быстрое получение дохода. Ни один вид традиционного бизнеса не даст вам возможность зарабатывать 1 миллион рублей чистыми уже через 2-3 месяца. Только онлайн-школа позволит вам зарабатывать 5-10 миллионов рублей в месяц не менее чем через 1 год после запуска. Никакие продажи товаров и услуг даже рядом не стоят с онлайн-школами по главному показателю бизнеса. В принципе, то, зачем бизнес создается, это, согласитесь, получение прибыли. Хотите много денег, создавайте онлайн-школу. Как видите, алгоритм прост. Следующее преимущество онлайн-школы – это то, что невозможно уйти в минус. Вам не надо ничего закупать и хранить на складе, не надо платить за аренду офиса. Основные затраты, которые будут после запуска онлайн-школы – это реклама. А если вы будете тратить деньги на рекламу с умом, по правильной технологии, то в минус вы просто никогда не уйдете. Еще одно важное преимущество онлайн-школы – это возможность легально не платить налоги. Да-да, вы сейчас не ослышались, можно не платить налоги в том случае, если вы открываете онлайн-школу как индивидуальный предприниматель и выбираете патентную систему налогообложения. Патент – это не сертификат, не лицензия. Его можно вообще получить каждый индивидуальный предприниматель, который выберет одну из доступных для патентов видов деятельности. Согласно пункту 15 статьи 346.43 Налогового кодекса вид деятельности для онлайн-школы, и все это звучит так. Услуги по обучению населения на курсах по репетиторству. В этом случае вы освобождаетесь от налогов 6% и будете платить небольшую фиксированную сумму порядка 20 тысяч рублей в год для Москвы и около 10 тысяч рублей в год для жителей, например, небольших городов. Следующее преимущество онлайн-школы – возможность работать всего 3 месяца в году. Если вы открываете обычный магазин или салон красоты, то вы должны работать там целый день в течение всего года. А в онлайн-школе можно провести один курс
то есть потоком один курс, заработать, например, 1 000 000 рублей, и дальше 9 месяцев вы можете вообще абсолютно отдыхать. Сайты онлайн-школ, кстати, закрывать при этом не нужно, с ними ничего не случится, только 1 000 рублей платите за хостинг. Отдохнули сколько надо, пожили несколько месяцев, например, в Таиланде или на Бали, вернулись и продолжаете заниматься онлайн-школой, запускаете, например, новый проект или новый курс. Следующее преимущество: вам не нужно быть техническим специалистом для запуска онлайн-школы. Создать сайт, настроить систему приема оплаты, систему рассылки можно по простым инструкциям буквально за пару дней. Вложений в создание сайта тоже не требуется, если вы, например, используете бесплатные шаблоны. И последнее, важное преимущество онлайн-школы – ее легко масштабировать. В мире проживает примерно 300 миллионов русскоговорящих людей, и когда вы захотите увеличить продажи курсов в онлайн-школе, вам нужно будет просто увеличить количество рекламы, чтобы продавать курсы, ну, например, по всему миру. Подумайте, могут ли владельцы розничных магазинов, салонов красоты или тех, кто делает ремонт, например, в квартирах, продавать свои услуги и товары по всему миру? Вы можете сказать, что, ну, например, есть интернет-магазины, которые доставляют товары в разные страны, но у товаров очень низкая прибыльность, которая создается стоимостью товара, стоимостью производства товара и другими расходами. А в онлайн-школе нет затрат на производство. Эксперт один раз записывает онлайн-курс, и вы можете его продавать куда угодно и сколько угодно раз, хоть в Америку, хоть в Австралию, хоть в Антарктиду, хотите, продавайте. Кто понял, насколько это круто, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Ну что ж, а я перехожу дальше и расскажу вам топ-10 самых популярных направлений для онлайн-школ. Еще раз повторю, не обязательно быть экспертом. Экспертов в интернете очень много, просто их нужно найти и договориться с ними о сотрудничестве. Первое. Итак, это изучение профессии. Это самое популярное направление в онлайн-школах и, кстати, самое прибыльное. Две онлайн-школы, входящие в число крупнейших онлайн-школ России, это Нетология и Skillbox, обучают профессиям, таким как дизайн, маркетинг или программирование. Стоимость курсов в Нетологии и Skillbox, она достаточно высокая, от 40 до 150 тысяч рублей. И понятное дело, что не каждый человек, который хочет освоить одну из профессий, может потратить на обучение, ну, такие деньги. Поэтому, если вы сделаете свою онлайн-школу по изучению профессий, найдите экспертов и будете продавать курсы по, например, 10-15 тысяч рублей, то вас будут покупать, и вы сможете дойти до 10 миллионов рублей за счет, например, огромной аудитории. Потому что люди готовы потратить на обучение 10 тысяч рублей, и таких людей, согласитесь, гораздо больше, чем тех, кто готов потратить на обучение 40 тысяч рублей. Почему курсы по профессиям пользуются популярностью? Дело в том, что профессии сложно изучать самостоятельно, и самое главное, что изучив какую-то профессию, человек может работать по этой профессии и зарабатывать деньги. То есть человек покупает курс по дизайну, чтобы стать дизайнером и работать по этой профессии после обучения. Очень многие люди готовы вкладывать в свое образование, в изучение современных профессий для того, чтобы потом зарабатывать благодаря этому деньги. Но не только современные профессии изучают в онлайн-школах. Вы можете создать онлайн-школу и сделать курсы, например, по традиционным профессиям, таким как бухгалтер, экономист, фитнес-тренер, диетолог, менеджер, например, по продажам, менеджер по персоналу и так далее и тому подобное. Профессий очень много, и всем нужно чему-то обучаться. Онлайн-школа – это, кстати, идеальное место для обучения профессиям. И все больше людей понимают это и покупают курсы в онлайн-школах. Второе популярное направление в онлайн-школах – это про то, как зарабатывать деньги. Это не изучение профессии, а просто для самостоятельного заработка или для дополнительного дохода. Например, кто-то хочет научиться зарабатывать на своем блоге, кто-то хочет научиться зарабатывать в Инстаграме или на YouTube-канале. Есть много женщин, которые покупают курсы по заработку из дома, например, на рукоделии, на оказании услуг по наращиванию ресниц, по там, рисованию на ногтях. Хорошо продаются кондитерские курсы по заработку на приготовлении тортиков, например, пряников или домашнего шоколада. Авторы таких курсов обычно обучают не
просто как приготовить домашний шоколад или торт, а как зарабатывать на этом. То есть, как искать клиентов, как продавать эти тортики, как вообще этот процесс наладить далее. Есть эксперты, которые обучают созданию подарочных букетов из фруктов и, кстати, на этом зарабатывают. То есть, вы можете найти таких экспертов и создавать онлайн-школу по кондитерке или по заработку на макияже или по заработку на рукоделии. Такие курсы очень популярны и будут популярны, кстати, всегда, потому что помогают обычным людям зарабатывать деньги прямо на дому, то есть прямо не выходя из дома. Третье популярное направление онлайн-школ – это, конечно же, здоровье. У людей очень много проблем со здоровьем. Представьте, что они где-нибудь далеко живут, в каком-то, ну, например, маленьком городе, им некуда идти, чтобы решить свою проблему. Они заходят в интернет, ищут, как, например, избавиться от зубной боли, как бросить курить, как улучшить зрение, как избавиться от морщин, как правильно питаться, как избавиться, ну, например, от лишнего веса, как избавиться от каких-то других болей или проблем со здоровьем. Много курсов в онлайн-школах про то, как избавиться, например, от болей в спине, как вылечить остеохондроз в домашних условиях. Есть болезни, которые требуют лечения в больнице, а есть болезни, которые можно вылечить прямо дома, например, без вызова врача. И люди это хорошо используют, они покупают курсы именно по избавлению от каких-то болезней и болей в домашних условиях. Онлайн-школа по здоровью тоже довольно прибыльный, и экспертов в этой области можно найти легко. Те же самые врачи в свободное время могут записать онлайн-курс для именно вашей онлайн-школы и проводить онлайн-курсы, ну, например, по скайпу. Даже в больших городах есть много людей, которые не хотят ходить, ну, например, в больницы, все мы об этом хорошо знаем. А как решить проблему со здоровьем, если вы не ходите в больницу? Здоровье – это проблема, а лучше продается то, что, мы помним с вами, решает проблему. Миллионы девушек и женщин хотят стать красивее, избавиться от морщин, от целлюлита. Это тоже темы здоровья, и ваша будущая онлайн-школа по здоровью и красоте всегда будет прибыльна и популярна, если вы выберете для себя, например, эту нишу. Четвертое направление – это фитнес. Тоже довольно популярная тема, особенно как похудеть или как стать стройнее. Женщины и мужчины охотно покупают онлайн-курсы с пошаговой системой похудения или тренировками по быстрому наращиванию или как накачать мышцы. Создать такую онлайн-школу довольно легко и быстро, потому что в интернете много различных профессиональных фитнес-тренеров, чемпионов по различным видам соревнований или, например, диетологам. Вот, например, онлайн-школа фитнеса Кати Усмановой. Оборот ее школы составляет около 5 миллионов рублей в месяц. Вы тоже можете найти аналогичную чемпионку соревнований по фитнесу, списаться с ней и предложить продюсирование вашей онлайн-школе, которую вы создадите. Да, уже есть много разных курсов, но тем не менее спрос на это только растет и растет. И если вы будете создавать онлайн-школу по похудению или фитнесу с хорошим экспертом, правильно сделайте сайт, правильно проработайте маркетинг, то ваш курс, ваши онлайн-школы тоже будет приносить вам огромную прибыль. Ага, вижу в чате, вы пишете, что на YouTube есть тысячи видеороликов про тренировки и про то, как похудеть. Ребят, я вам уже сегодня говорил, бесплатные уроки и видеоролики на YouTube не дают человеку результата. Результат дает только преподаватель, то есть автор курса. Посмотрел ты ролик, ну, например, на YouTube, ну и что? Результата нет никакого, нет никакой системы и... Хорошо продаются курсы в онлайн-школах, например, как за 2 месяца убрать живот, как за 2 месяца накачать мышцы, как похудеть на 10 килограмм за 2 месяца без диет и без изнурительных тренировок. Это системные пошаговые курсы, где нет ничего лишнего, только уроки для достижения конкретных результатов и с возможностью задавать вопросы эксперту-преподавателю. Согласитесь, это немаловажно. И... Найдите хорошего эксперта в вашей онлайн-школе по фитнесу, и это будет вам приносить миллионы рублей. Итак, идем дальше. Пятое. Это ниша, это знакомство и отношения.
Еще одна популярная тема или популярная тема проблемы людей. Очень многие не могут познакомиться с парнем или с девушкой. У кого-то проблемы выйти замуж, у кого-то проблема сохранить хорошие отношения, у кого-то проблема взаимоотношений с мужем или с женой и так далее и тому подобное. Ни для кого из нас это не секрет. В таких онлайн-школах нужны опытные эксперты-психологи, которые дают людям результат. Хотя результат в отношениях, ну согласитесь, измерить достаточно сложно. Онлайн-школу отношений также можно вывести на миллионные обороты. Спрос на такие психологические курсы, он только увеличивается с каждым годом. Следующее популярное направление онлайн-школы – это личностный рост. Сюда входит много тем, таких как, например, ораторское искусство, публичные выступления. Есть лидер – это Радислав Гандапас. Вы, кстати, тоже можете найти своего эксперта и сделать свою онлайн-школу по обучению публичным выступлениям или, например, ораторскому искусству. В направлении личностного роста также входят обучение, например, тайм-менеджменту, скорочтению, целеполаганию, мотивации, лидерству. И многим молодым парням и девушкам, согласитесь, это интересно. Они хотят обучаться и покупают онлайн-курсы по личностному росту. Личностный рост – это так называемая мягкая ниша, потому что непонятен результат, его сложно измерить, в отличие от онлайн-школы по изучению профессии или в теме по похудению, где будет виден результат, похудел ученик, например, или нет. В личностном росте результат всегда увидеть сложно, поэтому ниша так и называется мягкая, и здесь надо быть осторожным при создании онлайн-школы, тщательно подходить к выбору эксперта. Седьмое популярное направление – это эзотерика. Эзотерика – это, кстати, быстро растущий тренд. Уже несколько лет все больше и больше людей увлекаются темами духовного развития, астрологии, денежной кармы, изучением энергетики. Эзотерика – это неоднозначная и сложная ниша не для всех. Так же, как и личностный рост, эзотерика – это мягкая ниша. И сложно определить результат, который должен получить ученик после изучения вашего курса. Есть довольно много успешных эзотерических онлайн-школ с миллионными оборотами по астрологии, по картам Таро, по медитации, по целительству. Если вам интересно духовное развитие, то можете создать онлайн-школу по, например, эзотерике. Это, кстати, тоже очень востребованное и прибыльное направление. Восьмое направление – это хобби. В это направление входит очень много популярных тем, я их перечислю, а вы зафиксируйте. Смотрите, какие можно создать онлайн-школы по обучению различным хобби и увлечениям. Итак, это может быть школа рисования, пожалуйста, школа пения, школа танцев, школа музыки, школа фотосъемки, школа видеосъемки, школа рукоделия, школа садоводства, кулинарии, шитья, вязания. И так далее, и тому подобное. Но вы должны понять одну очень важную вещь. В кризисное время сильно уменьшается количество продаж в онлайн-школах, которые обучают различным хобби. Есть курсы, которые решают проблемы людей, а есть те, которые для развлечения и для хобби существуют. И если в мире, например, случится кризис, то люди меньше покупают курсов по темам, связанным с хобби. В кризис хорошо продаются курсы, которые помогают людям. Ну, а то, о чем я говорил в самом начале, курсы по изучению новых профессий, курсы по заработкам. Эти курсы решают финансовые проблемы людей и продаются всегда, кстати, независимо от кризиса. И второй важный момент, о котором вы должны помнить, это то, что курсы, которые решают проблемы людей, продавать в онлайн-школах, можно намного дороже, чем курсы, которые созданы для того, чтобы развлекать, то есть курсы хобби. Например, курс по шитью и вязанию должен стоить на порядок дешевле, чем курс, ну, по обучению дизайна. Потому что курс по дизайну решает проблему. Он помогает человеку достаточно много зарабатывать деньги на дизайне. Хорошие дизайнеры зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц. А вязание и шитье, ну, чаще всего этим обучаются для увлечения. И такой курс будет продаваться дешевле, чем курс по дизайну. Другими словами, создавая онлайн-школу по обучению профессиям, вы должны зарабатывать больше денег, чем в онлайн-школе по обучению разным видам хобби. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, кто это понял. Хорошо, молодцы. Но есть исключения. Например, онлайн-школа по рисованию Вероники Калачевой.
В этой онлайн-школе есть курсы по рисованию за 30 тысяч рублей. И их, кстати, покупают. Это исключение из правил. В большинстве онлайн-школ курсы по обучению и вот по таким хобби стоят около 10 тысяч рублей. Девятое популярное направление – это иностранные языки. Изучение иностранных языков – самое простое, что может быть в онлайн-обучении. Английский язык, конечно, из этой плеяды самый популярный. Это вечное направление для онлайн-школы. Всегда будут люди, которые хотят выучить какой-либо язык. А как их учить? Хороший вопрос. Не у всех людей есть деньги и возможность ходить в разные офлайн-школы, на, так скажем, традиционные курсы, где нужно сидеть за партой. Онлайн-курсы по изучению английского языка на порядок дешевле, чем живое обучение в офлайн-школах. И несмотря на то, что сейчас очень много конкурентов, много онлайн-школ английского, все равно вы можете при правильном подходе найти клиента именно для своей школы. Здесь все будет зависеть только от рекламы. От рекламы и от преподавателя, которого вы найдете, захотят ли люди записываться на его онлайн-курс или не захотят. Если преподаватель будет какой-то, ну, так скажем, невнятный, не умеет правильно говорить, не внушает доверия, то, конечно, его курс никто покупать не будет. Здесь важно выбрать хорошего преподавателя, вы должны оценить его, посмотреть, профессионал ли он в своем деле или нет. И вам надо будет придумать какую-то свою фишку, какое-то интересное предложение, чтобы как-то отличаться от большинства других онлайн-школ английского. Кто пойдет учиться в наш центр запуска школ, Top School? Мы поможем вам придумать именно вашу уникальную фишку, именно для вашей онлайн-школы. Так, вижу в чате, вы пишете, что есть много учебников и самоучителей по английскому языку, то, соответственно, зачем покупать курс? Ребят, вы абсолютно правы. Сейчас в интернете есть много всякой бесплатной информации, бесплатных уроков, учебников, самоучителей. Но людям этого недостаточно. Люди хотят учиться у преподавателя, который может проверить то, что вы сделали дома, проверить домашнее задание и сказать, правильно ли вы сделали или неправильно. А если неправильно, то как сделать правильно и в дальнейшем, например, не допускать ошибок. Самостоятельно сложно, достаточно выучить иностранный язык, только школа поможет вам довести этот результат до идеала. Курс в онлайн-школе – это пошаговая система, которая приводит ученика из точки А в точку Б. Тогда вопрос, а куда могут завести человека какие-то бесплатные уроки и самоучителя? Куда угодно, в любую другую точку, например, в точку Ж. И какой вообще смысл всего этого, какой смысл онлайн-школ? Поймите, следующую очень важную информацию, и постарайтесь, пожалуйста, ее зафиксировать. Если человек не может прийти из точки А в точку Б, например, точка А – это незнание английского языка, а точка Б – это свободный разговорный английский, или человек может дойти до точки Б, но будет идти очень медленно, то онлайн-школа помогает ему прийти в точку Б гораздо быстрее. Курс онлайн-школе – это не просто информация, это то, что дает реальный результат. Итак, идем с вами дальше. Последнее, десятое направление, которое мы рекомендуем для создания вашей онлайн-школы, это воспитание и обучение детей. Это хорошее, востребованное и полезное для людей направление по детской психологии, по детскому развитию и по дошкольному образованию. Многие мамы и папы, ну, например, не знают, как лучше поступить в той или иной ситуации. Что делать, когда дети их, например, не слушаются? Что делать, когда дети кричат? Что делать, если дети не хотят делать уроки? Как отдать ребенка в спортивные секции? И как учить ребенка читать, писать и так далее? Очень много вопросов по детскому образованию и по детскому развитию. Я думаю, вы со мной согласны. А где брать информацию мамам и папам? На YouTube, опять же, слишком много всего. Какие-то ролики смотреть. Чего-то нужно начинать воспитание, кого слушать, ну согласитесь, тут вообще непонятно. Наверное, вы никогда не задумывались, но задача тех, кто снимает ролики на YouTube, не чему-то вас научить, а чтобы вы вернулись завтра обратно на YouTube и продолжили смотреть новые ролики. Потому что, когда вы смотрите видео, авторы на YouTube-каналах получают доход от рекламы на том же YouTube. Поэтому они не заинтересованы дать вам четкую систему обучения.
Посмотрели вы какой-то ролик про воспитание, например, о том, как перестать кричать на детей? Попробовали внедрить этот свой ролик, этот свой навык, и не получилось. Потому что, оказывается, перед ним нужно было посмотреть еще 10 роликов о том, с чего нужно начинать воспитание. В онлайн-школе на пошаговом курсе каждый родитель сможет с самого начала правильно воспитать и развить своего ребенка. И это относится не только к теме воспитания детей. В любой теме, даже в нашей, про создание онлайн-школы, вы сейчас послушаете про самые разные и популярные ниши и побежите создавать школу, например. И это будет ошибкой. Потому что в правильном алгоритме создания школы, которому мы обучаем, на первом месте стоит не выбор темы школы, а определение своих целей, то есть ваших целей. И если ваши цели — это купить дом в Испании рядом с морем через 1 год, а не через 20 лет, а через 1 год, то вам надо выбрать направление, которое позволит вашей онлайн-школе зарабатывать за 1 год 10 миллионов рублей, то есть чистой прибыли. И цели не только финансовые должны быть, но и по вашему непосредственному участию в школе. Целей очень много. Мы помогаем с этим определиться, потому что, ну подумайте, зачем вам дом в Испании, если когда вы его купите, все время с 8 утра до 12 часов ночи вы будете в нем безвылазно сидеть и управлять вашей онлайн-школой. Поэтому, опять же, в правильном алгоритме запуска школы вы должны уже в самом начале искать помощников, которым через 1 год можно будет передать всю операционную деятельность в онлайн-школе. Не потом искать помощников, которые уже, когда вы уже погрязли в рутине и не заметили, как пролетел год-полтора, потому что хорошего помощника его нет, а такого помощника нужно воспитывать около года. И тогда вы не только купите дом в Испании, но и сможете гулять, отдыхать, купаться в море, путешествовать по всей Испании, да вообще по всему миру, и ваша школа при этом будет продолжать работать, и все операционные вопросы будут решать ваши помощники, а вы, как следствие, будете наслаждаться. Но у вас могут быть совершенно другие цели. Например, вам не нужны миллионы, вам не нужен дом в Испании, вам будет достаточно, например, 100 тысяч рублей в месяц как дополнительный доход. И если, или может быть вы на пенсии, и вам достаточно будет всего 50 тысяч рублей в месяц от прибыли онлайн-школы, тогда для вас будет абсолютно изменен алгоритм запуска онлайн-школы. Правильный алгоритм создания онлайн-школы вы сможете получить в нашем центре Top School. Тот алгоритм, который приведет вас к вашей цели по самой короткой дороге. Ведь на самом деле онлайн-школа с оборотом в 1 миллион рублей в месяц создается не так, как онлайн-школа с оборотом 150 тысяч рублей в месяц. Это две разные технологии и два абсолютно разных бизнес-процесса. Итак, друзья, я рассказал вам топ-10 самых популярных направлений онлайн-школ, в которых есть деньги. Конечно, вы можете создать свою онлайн-школу и в непопулярной нише, но здесь будет, как говорится, лотерея. Повезет, не повезет, выстрелит, не выстрелит. Так, вижу вопросы в чате, как из этих 10 выбрать подходящее мне направление. Об этом вы скоро узнаете, пожалуйста, не переживайте. Итак, мы выделяем 2 варианта запуска онлайн-школы на миллион. Быстрый вариант. Он называется MVP, Minimal Viable Product. Переводится как минимальный жизнеспособный продукт. Это онлайн-школа, состоящая из простого одностраничного сайта и вебинара, без групп в соцсетях, без YouTube-канала, без проработанной воронки продаж и всего остального. Быстрый вариант. Когда нужны деньги быстро, уже в первый месяц после работы онлайн-школы. И второй вариант, перфекционистский. Это полноценный длительный процесс, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, найм сотрудников. И заканчивая наполнением групп в разных соцсетях. Этот вариант похож на создание традиционного бизнеса, требует от вас в том числе и серьезных вложений, и первую прибыль вы начнете получать только через полгода. Некоторые создатели школ еще и инвесторов при этом пытаются найти, как делают стартаперы. Несколько месяцев ищут инвесторов вместо того, чтобы быстро запуститься без инвестиций. Что хорошего в этом варианте?
Перфекционистский запуск даст вам такую масштабную модель онлайн-школы, в которой есть все, и сайт, и множество статей, и продуктовая линейка, и несколько курсов, и YouTube-канал с видеороликами о вашей школе, и сообщество в соцсетях, и куча контента различного, и команда сотрудников. С виду это получается, ну так скажем, как большой корабль, который невозможно потопить, но на самом деле это иллюзия. Большую онлайн-школу можно потопить, просто она будет чуть дольше идти ко дну. Ну вот представьте, вы нашли эксперта, который записал курс для вашей онлайн-школы, вы проделали огромный объем работы, создали кучу контента про этого эксперта, заполнили все соцсети, сделали большой сайт с именем этого эксперта, и когда наступает время получать прибыль, вы собираете людей на первый вебинар, но никто не покупает курс. Просто эксперт, ну, чем-то им не понравился, не смог завоевать доверие аудитории. И все, и вся работа, как говорится, коту под хвост. Надо искать нового эксперта и создавать школу абсолютно заново. Мы не рекомендуем вам идти по перфекционистскому варианту создания школы. Все наши алгоритмы основываются на первом быстром варианте. И алгоритм запуска школы на миллион, и алгоритм запуска небольшой школы на 100-150 тысяч рублей и другие алгоритмы. Всех учеников мы обучаем созданию школы по модели MVP – минимальный жизнеспособный продукт, без рисков и без вложений. Сейчас я хочу рассказать вам главную ошибку, которую допускают почти 90% создателей онлайн-школы и которая приводит их к убыткам и закрытию этой самой онлайн-школы. Эта ошибка называется «ошибка выжившего». И немножечко предыстории. В годы Второй мировой войны один гений математики по имени Абрахам Вальд случайно спас миллионы жизней, предотвратив группу военачальников от совершения обычной человеческой ошибки. Ошибки, которую каждый из вас, ну скажем так, постоянно совершает. На протяжении длительного времени известные военные генералы в США пытались решить один вопрос, как увеличить процент возвращающихся бомбардировщиков. Они смотрели на самолеты, которые вернулись со вражеской территории, со множеством дырок от выстрелов и думали, куда добавить больше брони. Военные генералы отмечали все места, на которых были повреждения. В основном, больше всего дыр от пуль было вдоль крыльев, на хвосте и по центру нижней части корпуса. Отлично, думали они, в эти места и надо поставить дополнительную броню. Именно тогда Абрахам Вальд предотвратил грубейшую ошибку, которую чуть было не совершили вооруженные силы США, став жертвой ошибки выжившего. Ошибка, которая полностью изменила бы ход истории, если бы осталась незамеченной и неисправленной. Военные осмотрели бомбардировщики, сумевшие вернуться с вражеской территории. Разумеется, они решили добавить брони там, где увидели наибольший ущерб, то есть там, где было больше всего дыр от пуль. Но Вальд сказал, это будет абсолютно неправильно. Установка дополнительной брони в этих местах вообще не улучшит, не увеличит шансы. Понимаете почему? И понимаете, в чем эта ошибка? Ошибка, которую Абрахам Вальд заметил моментально, состоит в том, что дыры от пуль показали сильные стороны бомбардировщика. Они показали, куда можно попасть так, чтобы при этом самолет остался целым и вернулся домой. В конце концов, это всего лишь пулевые отверстия, и все, здесь не нужна дополнительная броня, раз хватает стандартной. А вот те места, где нет следов от пуль, не помешало бы защитить получше. Вальд сказал, ищите места, где уцелевшие бомбардировщики не повреждены, это самые уязвимые места. Они вернулись только потому, что в эти места не попали пули. Сейчас перед вами должен возникнуть вопрос, если главнокомандующие вооруженных сил США допустили такую простую глупую ошибку при решении важного вопроса, как вы думаете, влияет ли ошибка выжившего на множество повседневных решений, которые вы принимаете? Ответ, конечно, да. Конечно, да. Ошибка выжившего – это склонность фокусироваться на выживших, а не на погибших в зависимости от ситуации. Это значит ориентироваться на победителях вместо проигравших, на успехи вместо неудач. В случае с Вальдом военные обращали внимание только на те самолеты, которые вернулись на базу и чуть было не совершили чудовищную ошибку, потому что не учли тысячи самолетов, оставшихся на полях сражений. Если вы создаете онлайн-школу, исходя из факта, что сейчас в интернете много прибыльных онлайн-школ, то вы проигнорировали онлайн-школы, которые закрылись,
То есть не выжили в конкурентной борьбе. Может быть, 90% всех онлайн-школ разорились, но вы об этом не знаете, потому что их для вас просто, ну, не существует. В прошлом году мы проанализировали ошибки сотни разных онлайн-школ, которые развалились, обанкротились. Я вам расскажу скоро, по какому алгоритму запускать школу, которая будет точно прибыльной. Как, наверное, вы поняли, не нужно тупо копировать успешные онлайн-школы. Многие смотрят на их обороты и думают, что если вот так же я буду делать и открою успешную школу, то можно будет зарабатывать столько же денег. Это ошибка. Ошибка смотреть на обороты и не смотреть на чистую прибыль. Приведу пример. У лидера рынка онлайн-школы Skyeng обучение английскому языку идет на не на онлайн-курсах, а на индивидуальных с преподавателем по Skype, и одно занятие стоит 790 рублей. Преподаватель получает от этого занятия всего лишь 290 рублей, то есть примерно 30%. Еще 30% уходит на рекламу. Это среднестатистические затраты на рекламу у большинства онлайн-школ. Дальше. 6% это налоги, 4% комиссия платежных систем, еще 3-4% это, конечно же, возвраты, а еще у них огромный офис в Москве, за который тоже нужно платить аренду, огромный штат сотрудников, которым, согласитесь, нужно платить зарплату. И если посчитать все расходы, то чистая прибыль остается всего лишь 10%. Это очень опасно, потому что при подорожании рекламы или временном уменьшении количества клиентов чистой прибыли может вообще взять и не остаться. И если вы сейчас будете создавать онлайн-школу по аналогии со Skyeng, то скорее всего вы просто возьмете и уйдете в минус. Лучший процесс обучения в вашей онлайн-школе упаковывать в формате онлайн-курсов, а не как у Skyeng индивидуальная работа по Skype. Кто понял ошибку выжившего, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Ага, молодцы, идем дальше. Давайте расскажу вам базовый алгоритм запуска онлайн-школы на миллион, который подходит большинству и для экспертов, и для продюсеров. Итак, первое. Нужно определить свои цели. Что вы хотите от онлайн-школы? Сколько денег и вообще какую жизнь? Второе. Выбрать направление онлайн-школы, если вы хотите быть продюсером или создать онлайн-школу, в которой вы, например, самостоятельно будете экспертом. Третье. Найти эксперта для продюсеров и найти помощника для экспертов. Почему помощника, а не продюсера, ну, об этом я объясню чуть позже. Четвертое. Придумать оффер для вашей школы. Оффер – это набор преимуществ для будущих учеников, то, что будет отличать вашу школу от других школ, ну, то есть различные выгоды. Пятое. Сделать простой одностраничный сайт с описанием школы и страницы регистрации на первый вебинар. Шестое. Настроить сервис рассылки писем и систем приема оплаты. Седьмое. Привести подписчиков на ваш первый вебинар. Можно, кстати, это сделать без вложений и бесплатной рекламы. Об этом я тоже расскажу чуть позже, как это сделать. Восьмое. Получить продажи курса. Девятое. Далее, в зависимости от выбранных целей, на первом этапе следовать разным алгоритмам. После алгоритма запуска школы есть другие алгоритмы уже про работу школы, про то, как организовать процесс обучения учеников, как развивать школу и так далее. Эти алгоритмы мы даем на платном курсе в нашем центре запуска школ Top School. Как видите, первые продажи, первые деньги в онлайн-школе можно получить уже, ну, примерно через 10 дней. После этого нужно смотреть на ваши цели. Например, если вы хотите через год накопить 10 миллионов и на дом в Испании рядом с морем, то вашим дальнейшим шагом будет быстрая масштабируемость. Как в сторону трафика, так и в сторону увеличения количества курсов по разным или другим темам. Быстрое увеличение трафика могут дать вам партнеры, профессиональные арбитражники, которые каждый день на ваши вебинары будут приводить тысячи подписчиков. А если ваша цель заработать, ну, например, 100-150 тысяч рублей на онлайн-школе, то вы можете не забивать голову привлечением партнеров, а спокойно работать с одним помощником. Наша концепция запуска онлайн-школы – это достижение минимальными усилиями. Мы в центре запуска школы подбираем алгоритм под конкретного ученика. Если вам нужен доход 10 миллионов рублей, то даем вам один алгоритм. Если 100 тысяч рублей, это совсем другой алгоритм.
Этим мы отличаемся от всех других онлайн-обучений, которые учат созданию школы. Они все стригут под одну гребенку, неважно, какие у вас цели, все идет по одному алгоритму. Если вы эксперт, который хочет зарабатывать миллион на своей школе, мы даем вам один алгоритм – уроки, материалы. Если вы продюсер, который хочет работать 3 месяца в году, остальное время путешествовать, мы даем вам совсем другой алгоритм. Если вы, например, продюсер, который хочет зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц, особо не напрягаясь, то мы даем еще один алгоритм с другими уроками и абсолютно другими материалами. И я вас уверяю, такого вы нигде не найдете. Как мы определили алгоритмы создания школ под разные цели? Изначально, 2 года назад, у нас был один курс для всех. Мы смотрели на учеников, смотрели на их еженедельные отчеты. И если видели, что несколько учеников смогли заработать 300-400 тысяч рублей в месяц, и большинство из них не делали определенные вещи, например, не вели YouTube-канал или не проводили еженедельные вебинары, то мы сделали определенные выводы, вывели из этого первый алгоритм. Дальше, например, мы видим другую группу учеников, которые редко делали наши домашние задания, мало создавали рекламных объявлений ВКонтакте, при этом их школы все равно приносили 100-150 тысяч рублей в месяц, из этого мы делали другой алгоритм и так далее. В итоге у нас получилось 7 алгоритмов, и когда приходит новый ученик, мы, исходя из его целей, направлений, даем ему один из подходящих алгоритмов. Потому что зачем нужен, например, урок по найму маркетологов, веб-дизайнеров или аналитиков, если вам не нужны миллионные обороты в вашей онлайн-школе? Если у вас есть цель максимально быстро отойти от операционной деятельности, то мы сразу даем вам урок по делегированию и по работе с личным помощником. В этом наша особенность и, как следствие, наше преимущество. Ну а если вы не знаете пока своих целей, не можете определить свою мечту или свои желания, то у нас есть опытные консультанты, которые расскажут вам о том, что в принципе могут дать вам онлайн-школы, то есть дать именно вам. По примеру наших учеников, кто-то стал путешествовать, например, 4 раза в год, кто-то переехал жить на Бали, кто-то купил дорогой автомобиль, кто-то купил дом в Италии, в Испании, кто-то свозил свою семью, своих детей в Диснейленд, кто-то смог оплатить свое европейское гражданство и уехал на ПМЖ в Европу. Примеров очень много, и только онлайн-школы могут помочь вам исполнить именно ваши желания, вашу мечту за относительно короткий срок. Друзья, кто уже придумал свою мечту, пожалуйста, пишите в чат, а мы с вами идем дальше. Сейчас мы пройдемся подробно по критериям выбора темы онлайн-школы. И уже скоро я расскажу нашу фирменную технологию, как вам, владельцу школы, работать всего 4 часа в неделю после запуска. Вы узнали сегодня топ-10 направлений, как же из них выбрать конкретную тему именно для вашей будущей онлайн-школы. Мы определили следующие 7 важных критериев выбора. Давайте поговорим о них. Первое – это прибыльность. Второе – ценность для людей. Третье – решение проблемы людей. Четвертое – большой охват целевой аудитории. Пятое – есть конкуренты. Шестое – перспективность. И седьмое – возможность масштабирования. Так, вижу, вы уже написали свои мечты в чат. Ну что ж, молодцы. Расскажу сейчас, как пользоваться критериями выбора направлений для школы. Придумали вы какие-то 2 темы, например, резьба по дереву и диетология, и думаете, какую создать онлайн-школу, в которой будут обучающие курсы резьбы по дереву или обучающие курсы по диетологии, то есть как правильно питаться, как похудеть, как стать диетологом и зарабатывать деньги, работая в этой профессии. Первое, смотрите на прибыльность. Сколько могут стоить курсы? Найдите в интернете, кто уже продает такие курсы, и цены за обучение резьбы по дереву будут, скорее всего, ну, небольшими, 2-3 тысячи рублей. А по диетологии вы можете найти курсы, которые будут стоить и 30 тысяч рублей. Сделали первый вывод. Диетология прибыльнее, чем резьба по дереву. Второе, смотрите на ценность для людей. Подумайте, будут ли рады люди после изучения вашего курса. То есть они не только купили курс и порадовались покупке, а купили, внедрили и получили результат.
Есть полно курсов, которые вообще не дают результат. Например, курс «Как стать успешным» или курс «Как похудеть с помощью каких-то волшебных таблеток». Нет результата у таких курсов. Люди их покупают и после изучения никакой радости не испытывают. Нет результата, нет ценности. В нашем примере и резьба по дереву, и диетология дают результат, то есть ценность в них есть. Третье. Ваш курс решает или не решает проблему людей. Резьба по дереву – это хобби, увлечение, никакой проблемы, согласитесь, резьба по дереву не решает. А диетология помогает либо похудеть человеку, решить проблему с правильным питанием, с обменом веществ, либо человек может стать диетологом и решать проблему с деньгами, то есть будет работать по профессии. И как вы помните, лучше продаются те курсы, которые решают проблемы людей. Четвертое. Большой охват аудитории. Вы должны понимать, что в некоторых направлениях, в некоторых темах есть предел. Например, можно продавать курс максимум на 400 тысяч рублей в месяц, и дальше просто нет аудитории. И как бы вы ни хотели, 1 миллион не сможете заработать. И лучше это определить в начале, то есть перед созданием онлайн-школы. А если вы не знаете, как определить, то, конечно, мы вам в этом поможем. Сколько человек хотят обучиться резьбе по дереву? Ну, навскидку. Посмотрите в вашем городе, много ли открыто секций, в которых обучают резьбе по дереву. В онлайн та же ситуация. Если провести быстрый анализ, вы поймете, что аудитория, которая хочет научиться правильно питаться, похудеть, узнать разные диеты, то есть хочет понять диетологию, она просто необъятная и огромная, эта аудитория. Гораздо больше, чем аудитория, которая хочет научиться вырезать по дереву. Но если вы вдруг эксперт резьбы по дереву и очень хотите создать свою онлайн-школу, то, пожалуйста, 40-50 тысяч рублей в месяц вы точно сможете заработать, продавая курсы резьбы по дереву. Дальше, пятое. Есть конкуренты. Конкуренты, нужно сказать, что это очень хорошо. Это показатель того, что в этой нише есть деньги, в этой теме водятся деньги. Смотрите, сколько уже существует в интернете курсов по резьбе и сколько существует курсов по диетологии. Вторая тема явно больше конкурентна, но при этом при правильном подходе ваша школа по диетологии будет хорошо зарабатывать. Если конкурентов в какой-то теме нет, то, скорее всего, там нет и денег. Потому что сейчас в современном мире очень много предпринимателей, кто-то наверняка уже попробовал создать курс, и у него просто не было продаж. Шестое. Перспективность. Резьба по дереву, сложно сказать, что с этой областью будет через 5-10 лет, и будет ли новое поколение людей интересоваться резьбой по дереву. Здесь, нужно сказать, вообще полная неопределенность. А диеты и правильное питание всегда будут востребованы, и эта тема всегда будет перспективной однозначно. Седьмое. Возможность масштабирования. Здесь все упирается, опять же, в ваши цели, которые вы определите на первом этапе алгоритма создания школы. Цели – это самый важный пункт. Онлайн-школа – это бизнес. Бизнес должен приносить деньги. И не такие деньги, которые платят на обычной работе. Иначе вообще зачем создавать онлайн-школу? Итак, что вы хотите конкретно, вы должны подумать и зафиксировать свою мечту, свою цель. От этого будет зависеть, какое направление школы выбирать, какое количество курсов нужно создавать, нужны ли кураторы, сколько помощников, нужна ли команда для рекламы и для привлечения партнеров и так далее и тому подобное. Определение цели и своей мечты – это важный этап, потому что если вы пойдете не той дорогой или не тем алгоритмом, будете создавать школу и в конечном в итоге, возможно, все придется начинать заново. У нас платный курс в центре запуска школы Top School начинается с индивидуального собеседования, на котором вы обозначаете цели, говорите, какой темой, в какой теме вы эксперты и какую школу бы вы хотели запустить, например, как продюсер. И мы уже говорим вам, что для вашей цели нужно создать столько-то курсов по таким-то ценам, что вам нужна будет такая-то команда и так далее. Хорошенько подумайте, сколько раз в месяц вы хотите путешествовать и где вы хотите жить, в частном доме, в какой стране или в каком городе. Повторюсь, это очень-очень важно.
Скорее всего, вы не ребенок, и пора ставить конкретные цели. Например, вы хотите дом в Испании, рядом с морем. У вашего дома такая-то цена, столько-то тысяч евро или миллионов рублей. Вы хотите, например, Mercedes S-класса, у него такая-то цена. Вы хотите ужинать в хороших ресторанах, вы хотите ходить в магазины и покупать, например, дорогую одежду. Итого, для всего этого вам нужно 25 миллионов рублей. И вот от этой суммы нужно плясать. Онлайн-школа может вас обеспечить этой суммой. Забудьте слово «невозможно». Никогда и я не смогу. Вопрос будет только один. Сколько? Сколько курсов? Сколько трафика? Сколько партнеров? Сколько месяцев вам нужно, чтобы заработать 25 миллионов рублей? Наверное, в повседневной жизни вы никогда не задавали себе таких вопросов, а вот после этого вебинара сядьте, пожалуйста, и подумайте обязательно об этом, перед тем вообще, как создавать свою онлайн-школу. Подумайте, что если, например, онлайн-школа будет приносить вам, ну, скажем, 100 тысяч рублей в месяц, то через несколько лет вы сможете купить дом в Испании Mercedes S-класса. Ну, через сколько лет? Через 20? А сколько вам будет лет к тому времени? Хороший вопрос. Сколько стоит сразу пойти верным путем и через 1,5-2 года заработать столько, сколько вы сейчас запланировали? А иначе вы будете для этого, например, слишком старым, и никакой дом в Испании вам уже тогда и подавно не нужен будет. Подумайте, пожалуйста, об этом тоже сегодня. Подавляющее большинство предпринимателей не думают о том, сколько они смогут заработать через год, через два. Они создают онлайн-школы просто, чтобы зарабатывать. Где-то услышали, что онлайн-курсы это, ну так скажем, крутой бизнес, и побежали создавать курсы, не думая о самом главном. Четкие финансовые цели и правильная стратегия и правильный алгоритм. Очень много примеров того, когда люди 5 лет сидят на одном месте, вроде бы и создали онлайн-школу, и, казалось бы, продажи идут, а дом купить не могут. Накопили 1 миллион, например, на старенький Mercedes 2010 года, и все. Почему вообще такое происходит? Потому что изначально не был прописан курс правильной мечты, правильных целей. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, о чем я говорю, кто согласен с тем, что главное это цель, а не тупо бежать, создавать хоть какую-то онлайн-школу, и неважно, сколько денег вы будете на ней зарабатывать. Спасибо, друзья. Вот вижу в чате вопрос, где искать экспертов. Смотрите, если вы хотите создать онлайн-школу как продюсер, приходите к нам на курс «Центр запуска школ Top School». Мы можем дать экспертов. У нас есть база из более чем 400 различных экспертов, которая постоянно увеличивается. К нам обращаются эксперты, заполняют заявки, ждут своей очереди, потому что продюсеров на всех не хватает. У нас есть эксперты по иностранным языкам, по фитнесу, по детскому развитию, по разным профессиям, по похудению, по психологии и по многим-многим другим темам. Мы даем ученикам максимум для быстрого запуска, чтобы вы сами не тратили время на поиск экспертов. Потому что на поиск хорошего эксперта уходит около, ну, так скажем, одного месяца. Искать экспертов самостоятельно можно по различным сайтам и каталогам, можно искать простым поиском в социальных сетях или на YouTube. Это несложно, это просто, ну, очень долго. Надо ведь не просто найти эксперта, но и проанализировать, понять, хороший он эксперт или нет. На это уходит месяц. Поэтому приходите к нам в Top School. Дадим вам уже проверенных экспертов именно для вашей школы. Ну а если вы сами эксперт, то скажу по секрету, мы не рекомендуем эксперту искать продюсеров. Потому что продюсеры будут забирать себе основную прибыль, и это, согласитесь, в этом случае весьма и весьма неудобно. Лучше ищите помощников. И тоже приходите к нам на курс. Мы дадим вам пошаговые инструкции по созданию школы, подберем помощников и дадим им инструкции по управлению школы. Чуть позже я обязательно подробно расскажу, как это сделать. Итак, почему мы не рекомендуем вам, если вы эксперт, искать продюсера? Это как покупатель и продавец. Покупатель хочет купить товар подешевле, а продавец хочет продать подороже. И это абсолютно нормальная ситуация. И здесь нельзя говорить, что продавец плохой или покупатель плохой. Точно так же и во взаимоотношениях продюсеров и экспертов. Мы нашли консенсус и для экспертов, и для продюсеров.
продюсерам. Мы помогаем найти и даем экспертам, согласных на 15-20% с продаж, а экспертам помогаем найти помощникам, чтобы вы, как эксперт, получали максимум прибыли именно от вашей школы. Обучаем вас запускать школу и помогаем с инструкциями именно для вашего помощника. Итак, идем дальше. Давайте теперь про цифры поговорим, какие нужны вложения для создания онлайн-школы и как запустить школы вообще без каких-либо вложений. Первое. Это открыть ИП. 800 рублей. Онлайн-школа – это бизнес, поэтому вы должны быть индивидуальным предпринимателем или ООО. Конечно, лучше всего ИП, потому что, как уже говорили в начале, можно выбрать патентную систему налогообложения и не платить налоги абсолютно законно. Чтобы зарегистрировать ИП, надо заплатить пошлину 800 рублей. И к нотариусу ходить не нужно. Заявление можно подать в налоговую вообще через интернет. Второе. Сайт онлайн-школы. Для сайта нужно зарегистрировать имя домена, это примерно 150 рублей на один год, и оплатить хостинг, в среднем это 170 рублей в месяц. Хостинг — это место, кстати, где будет храниться ваш сайт, то есть где он будет располагаться. Сайт можно создать бесплатно с помощью шаблонов на популярном бесплатном движке в мире, называется он WordPress. Третье. Зарегистрировать единую платформу для рассылки писем, для приема оплат, для, так скажем, проведения вебинаров, для организации обучения, то есть создания личных кабинетов для учеников. Самая популярная платформа, на которой есть все необходимое для онлайн-школ, это GetCourse. Она стоит 4000 рублей, а первые две недели вообще, кстати, предоставляются бесплатно. Как я вам уже говорил, первую прибыль в своей онлайн-школе вы сможете получить уже через 10 дней. Поэтому оплатите 4000 рублей за GetCourse, вы сможете уже с первой прибыли, и это не будет считаться вложениями. Следующие деньги, которые можно тратить, а можно и не тратить, это деньги на рекламу. Запускать школу можно и без затрат на рекламу, с помощью партнеров. Я скоро про это обязательно расскажу. Больше ничего для запуска школы фактически не нужно, то есть никаких вложений. Как видите, чтобы создать свою онлайн-школу, нужны не вложения, а микровложения. В сумме чуть больше 1000 рублей на открытие ИП, на домены и на хостинг для сайта. Какие вложения потребуются после запуска школы? Только на зарплату помощникам и на рекламу. И первое, и второе можно оплачивать уже из прибыли, которую вы начнете получать, то есть которую ваша онлайн-школа будет приносить. По рекламе принцип простой. Вложили в первую рекламу 5000 рублей, получили продажи курса и прибыль, к примеру, 20000 рублей. Из этих 20000 рублей выбрали дальше, вкладываете уже 10000 рублей на рекламу, получаете после этого 40000 рублей прибыли. Из этих 40000 рублей вкладываете 20000 рублей, получаете, например, 70000 рублей из прибыли и так далее. То есть вы инвестируете в рекламу определенную часть прибыли, тем самым вы не вкладываете личные деньги и никогда, соответственно, не сможете уйти в минус. Кто понял этот принцип, поставьте, пожалуйста, плюсик в наш чат. Отлично. Теперь расскажу вам, как стартовать школу без первоначальных вложений и реклам, где брать первых подписчиков и на ваши первые вебинары. Зафиксируйте главную идею, о которой мало кто знает из владельцев школ. Во время запуска школы, если вы не хотите вкладывать деньги в рекламу, тратьте свое время на поиск и привлечение партнеров. Партнерам не нужны ваши рекламные бюджеты, им не нужно платить зарплату. Есть очень много людей самого разного возраста со своими ресурсами в интернете, с которых они зарабатывают на партнерках. Например, свои раскрученные сообщества в соцсетях, свои аккаунты в Инстаграме, YouTube-каналы, свои блоги с большой посещаемостью, свои базы для email-рассылок, да и просто так называемые арбитражники, то есть опытные рекламщики, которые настраивают рекламу за свои деньги и получают процент с продаж в вашей онлайн-школе. И эти люди могут быть вашими партнерами.
Партнеры, кстати, будут привлекать вам подписчиков на вебинар. Самый простой вариант. Вы создали, например, школу похудения. Вашим партнером может быть любое сообщество в социальной сети ВКонтакте по теме похудения. Таких сообществ, надо сказать, очень много. Вы находите такие сообщества и пишете администраторам, например, такой текст. Хочу разместить рекламу с постом в вашем сообществе. Оплата будет в виде 20% с продаж в такой-то онлайн-школе. Конечно, большинство откажутся, они скажут, что оплата за рекламный пост – это фиксированная сумма, но часть администраторов сообществ согласятся именно на ваших условиях. Таким образом, вы получите бесплатных подписчиков на ваш первый вебинар и будете расплачиваться с партнерами уже частью прибыли. Согласитесь, это тоже несомненное преимущество. Итак, друзья, как вам информация? Поставьте восклицательный знак, насколько полезной оказалась информация и то, что я вам с удовольствием рассказываю. Супер, спасибо! Вообще у многих владельцев онлайн-школ проблема найти подрядчиков для настройки, например, рекламы ВКонтакте, в Фейсбуке или контекстной рекламы Яндекс.Директ. Хорошие опытные подрядчики постоянно заняты крупными проектами, а те, кто свободен, ловят, ну, надо сказать, огромные деньги за свои услуги. Есть подрядчики-новички, но как они настроят вам рекламу, вообще непонятно, может получиться, а может, согласитесь, вообще и не получится. Конечно. Вы сами можете настраивать рекламу, и мы на курсе даем вам подробные уроки по настройке разной рекламы для привлечения подписчиков на вебинары. Но вряд ли вы хотите постоянно тратить свое время на то, что могут делать другие, согласитесь. Здесь на помощь приходят партнеры, вам вообще не нужно будет переживать за настройки рекламы. И согласитесь снова со мной, это очень-очень удобно. У нас в центре запуска школ есть своя партнерка, в которой зарегистрировано уже более 8000 партнеров. Те, кто пойдет к нам учиться, мы вашу будущую онлайн-школу предложим нашим партнерам, и вы сразу будете получать трафик, то есть подписчиков на именно ваш вебинар, без вложений в рекламу с вашей стороны. Это, кстати, очень круто и сильно упрощает жизнь владельцам онлайн-школ. Ну что ж, давайте теперь переходить к самому интересному, как же заработать миллион на онлайн-школе и работать примерно 4 часа в неделю. Начнем с миллиона, вообще как его заработать. Чтобы заработать 1 миллион рублей чистыми, нужно продавать курсов примерно на 2 миллиона рублей в вашей онлайн-школе, потому что доходность школы составляет около 50%, то есть 2 миллиона рублей это общий оборот, 1 миллион это ваша будущая чистая прибыль. И далее берем среднюю стоимость онлайн-курсов в русскоязычном интернете. Ну, в среднем это 15 тысяч рублей. Получается, что вам нужно продать курсов 133 раза, найти 133 клиента, которые купят курс в вашей онлайн-школе. Грубо говоря, это, ну, примерно 4 клиента в день. Если вы вспомните, что в русскоязычном интернете более 300 миллионов человек, то продавать 4 курса в день это вполне, согласитесь, решаемая задача, и 133 клиента в месяц, ну, вы всегда сможете найти. А если в вашей онлайн-школе будет очень ценный курс, который дает ощутимый результат людям, дает пользу, то стоимость его может быть 20-30 тысяч рублей. Таким образом, чтобы получить оборот 2 миллиона рублей в месяц, вам потребуется всего 3 клиента в день. 3 клиента в день. Это простая задача, решаемая с помощью партнеров, согласитесь. Смотрите, какие средние затраты будут в вашей онлайн-школе. Итак, 4% это комиссия платежных систем, таких как Яндекс.Касса, Робокасса и другие. Они нужны, чтобы обрабатывать платежи с банковских карт или, например, электронных кошельков. Далее, 6% это налоги в том случае, если у вас ООО, а если вы на патенте, как ИП, то, естественно, 6% налога вы не платите. 25-30% это реклама. Не только реклама, которую вы сами будете настраивать, но и ваши подрядчики, но и также затраты на партнеров. Партнеры берут в среднем, ну, 25-30% за привлечение подписчиков на вебинар. 7-10% расходы на заработную плату помощникам, фрилансерам, сотрудникам, если вы их будете набирать. Без помощи в любом случае, понимаете, не обойтись. В эти 10% также входят минимальные расходы на оплату сервиса GetCourse, домена и хостинга. Итого, средние затраты в онлайн-школе это в принципе 50% с оборота, о которых мы говорили. Поэтому, когда ваша онлайн-школа выйдет на оборот 2 миллиона рублей, 1 миллион вы сможете вытащить для себя,
как чистую прибыль. Здесь есть определенные нюансы в зависимости от того, эксперт вы или продюсер, сколько сотрудников вы решили набрать в команду, но 50% это среднестатистическая доходность онлайн-школ наших учеников. Итак, друзья, мы подошли к самому интересному. Сейчас я вам расскажу, как не погрязнуть в рутине вашей онлайн-школы и как не заниматься ежедневной монотонной операционной деятельностью, а быть владельцем онлайн-школы и работать 4 часа в неделю. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто еще не устал, кто принимает активное участие в нашем мастер-классе. Смотрите. Что должно быть в вашей онлайн-школе для того, чтобы вы могли работать 4 часа в неделю и ваша прибыльность не опускалась ниже 1 миллиона рублей в месяц? Запоминайте. Первое. Вам нужны помощники. Их еще называют бизнес-ассистентами. Для онлайн-школы с оборотом 2 миллиона рублей достаточно всего 3 помощников. Не нужно нанимать крутых дорогих маркетологов, дорогих веб-дизайнеров, специалистов по рекламе. Поверьте, вам будет достаточно взять 3 помощников. Все, и все, что касается маркетинга, создания сайта школы, продажа, этому можно научиться в самый кратчайший срок, например, на нашем курсе в центре запуска школ Top School. Вы сможете сами изучить курс, а потом передать доступ к курсу вашим будущим помощникам. Помощники могут делать все в вашей онлайн-школе, всю операционную деятельность, заниматься email-рассылкой, общаться с партнерами, они тоже могут звонить по заказам, то есть вам не обязательно нанимать продавцов, помощников можно обучить всем необходимым навыкам. Как я уже говорил, наша концепция запуска онлайн-школы – это достижение результата при минимальных усилиях. Если для того, чтобы школа вышла на оборот 2 миллиона рублей, вам достаточно 3 человека, то зачем нанимать 10 человек и открывать офис? Ну, согласитесь, это абсолютно не нужно. Второе. Что вам потребуется для 4-часовой рабочей недели – это партнерка. Технически реализовать партнерку можно тоже на платформе GetCourse. Найдете партнеров и будете получать стабильный трафик на вебинары и стабильные продажи каждых курсов. Отдавая партнерам 20 или 30% с продаж, вы избавитесь от головной боли с подрядчиками и самостоятельной настройки рекламных объявлений. Согласитесь, это тоже весьма и весьма удобно. Дальше, третье. Нужны кураторы для учеников. Неважно, эксперт вы или продюсер. Если вы эксперт, вы создаете курс, а проверять домашние задания должны кураторы, которых вы предварительно обучили. Мы ведь говорим о 4-часовой рабочей неделе, правильно? Поэтому, если вы эксперт, даже не думайте о самостоятельной проверки домашних заданий. Конечно, если вы любите свою работу и не хотите путешествовать, то, пожалуйста, проверяйте домашние задания сами. Четвертое. Вам нужен старший помощник, который будет за всем следить. Такого помощника нужно вырастить из обычных помощников. Старший помощник ничего не должен делать своими руками, он только все контролирует. И последнее, пятое. Нужны инструкции для помощников. Все, что я перечислил выше, не будет работать без инструкций. Нужны видео и текстовые инструкции обо всех процессах, которые проходят в онлайн-школе. Как запустить рассылку писем, как добавить новую статью на сайт онлайн-школы, как отвечать на вопросы партнерам, что делать каждое утро, что проверять, как делать монтаж видеоуроков экспертов, как добавить эти самые уроки в личный кабинет, как отвечать на возражения потенциальных учеников, как взаимодействовать с другими помощниками и так далее и тому подобное. Если разобрать по полочкам все процессы и задачи в онлайн-школе, то их насчитывается более 170. У нас в центре запуска школ Top School создан большой портал со всеми этими инструкциями. Они подходят абсолютно для всех онлайн-школ по любым темам. И нашим ученикам мы даем доступ к этим порталам с инструкциями бесплатно, чтобы вы использовали его, соответственно, в своей школе. Именно от правильных инструкций будет зависеть, сможете ли вы работать 4 часа в неделю или не сможете работать. Целых 1.5 года нам потребовалось для того, чтобы создать этот портал, записать все инструкции. Главное то, что мы его постоянно обновляем. Если появились изменения в каком-то онлайн-сервисе, где-то изменился интерфейс, мы сразу записываем обновления с инструкциями и выкладываем их на наш портал для вас.
Портал помогает нам самим в работе и помогает нашим ученикам, согласитесь, это очень удобно и просто. Фактически мы систематизировали все процессы в онлайн-школе и застрахованы от каких-либо внешних неожиданных проблем. Например, в инструкции четко прописано, что делает помощник, если что-то пойдет не так. Он не должен дергать вас, владельца онлайн-школы, ну, например, когда вы лежите на пляже и отдыхаете. Например, если рассылка для учеников пошла в спам, то первое, написать сразу запрос в техподдержку сервиса рассылки. Второе, поменять домен отправителя писем. Это запасной домен, он тоже должен быть зарегистрирован заранее. Для этого тоже существует отдельная инструкция. Третье, отправить с запасного домена повторное письмо ученикам. И четвертое, написать в поддержку Mail.ru заранее подготовленный текст, что мы, такая это онлайн-школа, рассылаем письма нашим ученикам с уведомлениями о новых уроках, о новых курсах, и это не является спамом и так далее. В инструкции не только прописан текст, что нужно делать, но и записаны видеоинструкции о том, как это делать. И ваш помощник с такими инструкциями никогда не будет дергать именно вас, не старшего помощника. И вот вся эта цепочка, она, конечно же, весьма удобна. Эти инструкции у нас есть на любые форс-мажорные ситуации. Еще пример. Ученик оплатил курс и не получил доступ к урокам. Что делать помощнику? Первое. Ему нужно отправить ученику повторное письмо с доступом, проверить статус доставки сообщения. Второе. Написать помощнику, у которого есть доступ к корпоративному телефону, чтобы он позвонил ученику и сказал конкретное время, в которое пришло письмо с доступом в личном кабинете. Если не дозвонился, например, отправить смс-сообщение, найти ученика в мессенджерах, WhatsApp, Viber и так далее. Дальше. Что еще может случиться, из-за чего многие владельцы сами сидят в операционке, разруливая, например, разные ситуации. Например, что делать, если за прошлую неделю упали продажи? Для этого тоже есть инструкция на нашем портале. Первое. Посмотреть, с каких рекламных каналов шел трафик. Второе. Если трафик шел от партнеров, то найти партнеров, кто лил трафик активно в предыдущей неделе, связаться, естественно, с ними, спросить у них, почему стали лить меньше, и предложить, например, бонусы и так далее и тому подобное. Все это подробно прописано во всех инструкциях. Я вам сейчас кратко описываю эти самые примеры, с которыми часто можно столкнуться. Дальше, например, что делать, если трафика много, а продаж мало? Первое, посмотреть, откуда берется трафик. Второе, найти партнеров, от которых идет плохой трафик, написать им и попросить больше не лить трафик или сменить рекламный канал. Опять же, это кратко, у нас в инструкциях все подробно записано, и ко всему этому имеются видеозаписи. Таким образом, с помощью этих инструкций, всей операционной деятельностью онлайн-школы занимаются ваши помощники, а вы будете работать 4 часа в неделю. И эти инструкции вы получаете абсолютно бесплатно на нашем курсе. Также мы покажем, как их адаптировать именно под вашу школу, как вам создать такой же портал, скопировать в него наши инструкции. Поверьте, это займет не более 2 дней. Сайт поменять это тоже очень быстро можно. Тему вашей школы, да еще различные дела, вот все это по мелочам вы с легкостью сможете адаптировать. Но! Даже если вы не хотите работать 4 часа в неделю, а больше, все равно инструкции вам пригодятся для систематизации онлайн-школы и вообще дальнейшего ее масштабирования. Несистемная онлайн-школа, в которой все зависит от вас, может развалиться, согласитесь, в любой момент, без помощников, без инструкций, без систематизации. Вы не сможете получать от онлайн-школы стабильную миллионную прибыль. Если вы хотите создать системную онлайн-школу, то приходите в наш центр запуска школ Top School, изучайте курс по созданию онлайн-школы с индивидуальными алгоритмами, которые подходят именно для ваших целей, а доступ к порталу с более чем 170 инструкциями по управлению вашей школой, о которых я сейчас говорил и которые мы записывали для вас 1.5 года, именно вы получите в подарок, то есть абсолютно бесплатно. Напишите, пожалуйста, кому интересно узнать о нашем курсе в центре запуска школы, кому интересно пройти курс обучения у нас, создать свою собственную онлайн-школу на миллион. Ага, вижу желающих много. Давайте теперь я подробно расскажу, что вы получаете в центре запуска школ Top School. Первое. Это обучающие курсы с 20 модулей с видеоуроками, шаблонами и чек-листами. Второе.
индивидуальную поддержку нашими кураторами, которым вы можете задавать абсолютно любые вопросы и которые будут помогать вам, именно вам, в создании вашей онлайн-школы. Третье, это то, что отличает нас от конкурентов. Мы бесплатно предоставляем ученикам все, что потребуется для быстрого запуска онлайн-школы и помогаем дойти до 1 000 000 рублей чистой прибыли. Это бесплатный трафик с нашей рассылки на ваш первый вебинар. Это помощь в продаже на вебинар. Это доступ к большому порталу с инструкциями. Это предоставление проверенных экспертов, если вы продюсер, и предоставление помощников, если вы эксперт. Мы обеспечиваем максимальную помощь в запуске вашей онлайн-школы. Итак, смотрите, что входит в обучающий курс. Я потом расскажу, сколько все это стоит. Курс состоит, как я уже сказал, из 20 модулей, и в каждом модуле несколько подробных видеоуроков. Итак, первый модуль – определение целей. Какие возможности может дать вам ваша онлайн-школа? Подробный разбор кейсов наших учеников. Вы узнаете, сколько часов в день они работали, на что тратили основные усилия, что было лишним, что помогло быстро выйти на прибыль, через какое время они вышли на миллионный доход, что они купили, какие автомобили, какие дома, сколько они стали путешествовать и куда переехали жить и так далее и тому подобное. Первый модуль поможет вам определить свои цели, это очень важно, свои желания и свои мечты, глядя не на абстрактную теорию, а на конкретные результаты наших учеников. Они смогли, и значит, вы тоже сможете. Этот модуль включает индивидуальное собеседование по скайпу, а также с нашими кураторами. Второй модуль – это выбор направления именно вашей онлайн-школы. Как определить прибыльность, как искать и анализировать конкурентов, твердые, мягкие ниши, методы определения спроса и непопулярные ниши, расчет емкости рынка. В этом модуле дополнительно к урокам также идет индивидуальное собеседование с нашим консультантом, который помогут не только вам выбрать, но и не ошибиться в выборе направлений всей темы вашей онлайн-школы. Итак, третий модуль – это бухгалтерия и финансы. Как быстро зарегистрировать ИП без посредников и без лишних расходов? Как перейти на патентную систему налогообложения и законно не платить налоги? Как и какой банк выбрать? Разбор всех доступных способов приема оплат, работа с электронными деньгами, как принимать оплату от ученика, например, из других стран, ведение бухгалтерии онлайн-школы, как правильно оплачивать услуги фрилансеров и помощников, на чем можно экономить и на чем экономить категорически нельзя, как рассчитать сумму, которую можно выводить из оборота для личных целей, чтобы ваша школа продолжала развиваться и ни в коем случае не развалилась, как выводить деньги на карту физлиц. Четвертый модуль – это, конечно же, поиск экспертов. Где искать экспертов и как проверить их на профессионализм? На каких условиях можно договариваться, на каких ни в коем случае нельзя договариваться? Что должен делать эксперт, а что должен делать продюсер? Шаблоны договоров, как работать с несколькими экспертами сразу, как избежать конфликтов в работе с экспертами. Пятый модуль – это оффер вашей школы. Оффер, я напомню, это набор преимуществ для будущих учеников, то, что будет отличать вашу школу от других школ. Различные выгоды, как придумать оффер, как придумать уникальное торговое предложение и так далее и тому подобное. Шестой модуль – это создание сайта именно вашей школы. Выбор хостинга, регистрация домена. Вы получите красивый шаблон сайта с инструкциями по его адаптации именно для вашей школы, то есть тратить деньги на создание вам не придется. Мы покажем вам, как за 1-2 дня сделать хороший сайт школы по нашему шаблону. Здесь же видеоуроки по созданию страницы на вебинар и продающие страницы с описанием курса. Седьмой модуль. Настройка необходимых онлайн-сервисов, работа с платформой GetCourse, настройка рассылки писем, подключение различных систем приема оплат, организация личных кабинетов для учеников, настройка партнерской программы, подключение рассылки в соцсетях, подключение Яндекса, метрики и Google аналитики, подключение и настройка даже IP-телефонии. Восьмой модуль – это продающий копирайтинг. Копирайтинг – это основа продаж в интернете. Вы узнаете, как писать на сайте школы, что писать на подписных страницах и страницах
описание курсов, что писать в серии писем для подписчиков, как писать сценарии продающих видео, что писать в соцсетях. Отдельно будет рассмотрен копирайтинг для вебинаров. 9-й модуль – создание продающих вебинаров. Как продавать на вебинарах? Как быстро написать сценарий продающего вебинара? Вы получите несколько шаблонов абсолютно по разным темам, которые можно адаптировать именно под вашу школу. Как создать красивую презентацию? Как технически проверить вебинар и как технически его провести? Работа с чатом, продающие фишки и триггеры. Что делать, если нет продаж и примеры вебинаров на миллион? 10-й модуль – это реклама и маркетинг. Итак, где брать подписчиков на вебинары, основные рекламные каналы для трафика, сегментирование целевой аудитории, как самостоятельно настроить рекламу ВКонтакте, Facebook, Instagram, как экономить на размещении рекламных постов в сообществах ВКонтакте, как настроить контекстную рекламу Яндекс.Директ и RSEA, как смотреть рекламу конкурентов и какие основные пункты выделять, где искать партнеров, как договариваться с партнерами, как определить недобросовестных партнеров, как анализировать результаты рекламы, настройка ретаргетинга для возврата клиентов, которые, ну, например, что-то не купили, оптимизация рекламного бюджета, как увеличить трафик без лишних вложений. Дополнительно будут уроки по созданию контентных сайтов для бесплатного органического трафика. 11-й модуль – это создание платного курса. Как выбрать формат курса именно для темы вашей школы? Как создать пошаговый тренинг с домашними заданиями? Как записывать эти самые видеоуроки? Как работать с веб-камерой и видеокамерой? Как записывать качественный звук? Как записывать скринкасты? Далее, 12-й модуль – это организация процесса обучения. Как организовать правильный процесс обучения, чтобы ученикам было интересно обучаться? Как мотивировать учеников выполнять домашние задания? Как найти и быстро обучить кураторов для проверки домашних заданий? Как вводить индивидуальный и групповой коучинг до результата? Модуль 13-й – это продажи. Проверенные технологии продаж на вебинарах, как продавать без вебинаров с помощью видеопродажников, продажи по телефону, продажи с помощью онлайн-консультанта на сайте школы, продажи в мессенджерах, продажи в личных сообщениях в соцсетях, как снимать возражения, скрипты и шаблоны разговоров с клиентами, все это мы вам даем с удовольствием. 14-й модуль – email-маркетинг, механизмы быстрого сбора подписчиков. Как правильно работать с базой подписчиков, продающая цепочка писем, как составлять планы рассылки, автоматические триггеры для увеличения именно ваших продаж, оформление писем, использование красивых шаблонов, рассылка писем напоминаний для подписчиков и как не попадать в спам. 15-й модуль – это делегирование рутины. Согласитесь, это тоже очень важный процесс. Поиск помощников и кураторов. Как нанимать помощников? Работа с фрилансерами. Какие задачи можно поручать фрилансерам, а какие только своим сотрудникам? Как проверять фрилансеров на честность и профпригодность? Как ставить задачи и контролировать работу тех же самых фрилансеров и помощников? 16-й модуль – это увеличение продаж. Массовая реклама на многомиллионную аудиторию у блогеров, расширение продуктовой линейки курсов, как продавать индивидуальный коучинг за 100 тысяч рублей и выше. 17-й модуль – это пиар-школы. Как создать информационные поводы для бесплатных размещений в СМИ, как запустить сарафанное радио, оформление соцсетей, разработка контент-плана, быстрая раскрутка бренда именно вашей школы. 18-й модуль. С помощником можно без проблем получать 2, 3 и даже 5 миллионов рублей в месяц, но если вы хотите 10 миллионов и выше, вам понадобится команда сотрудников и в первую очередь топ-менеджеры для управления. В этом модуле вы узнаете, как найти и как привлечь в команду хорошего топ-менеджера, маркетолога, веб-дизайнера, аналитика, продавца для колл-центра. Узнайте, как эффективно управлять сотрудниками, как мотивировать их удаленно и удаленно их контролировать. 19-й модуль – это автоматизация. Как создавать автоматизированную воронку продаж? Что можно автоматизировать, а что нельзя? Как получать оплаты не только на вебинарах, но и стабильно каждый день с помощью автоворонки? И последний, 20-й модуль – как работать 4 часа в неделю. Вы получите доступ к нашему порталу со всеми инструкциями по работе онлайн-школы. Узнайте, как скопировать портал и адаптировать его для
своей онлайн-школы и именно для ваших сотрудников. Результатом будет полная систематизация вашей онлайн-школы, которая будет устойчива к любым проблемам, кризисам, будет работать независимо от вас. А вы, соответственно, будете получать доход. В сумме этих модулей вы получаете более 130 уроков по всем задачам и процессам, которые необходимы для запуска эффективной работы онлайн-школы. Но некоторые модули и часть уроков вам не обязательно будет изучать. Мы вас направим по определенному алгоритму для достижения ваших целей. У вас будет доступ ко всем модулям, но мы вам скажем, в каком порядке их изучать, какие модули можно пропустить. Уроки подходят и для экспертов, кстати, и для продюсеров. Сколько все это стоит? Итак, у нас есть три пакета участия в программе онлайн-школы на миллион. Это пакет стандарт, это пакет премиум и это пакет VIP. В пакете стандарт вы получаете обучающий курс из 20 модулей с видеоуроками, о которых я только что говорил. Это поддержку от наших кураторов и консультантов, ответы на вопросы и проверку домашних заданий, красивый шаблон сайта онлайн-школы. Вам не придется, кстати, тратить время и деньги на создание сайта. Шаблоны писем для рассылок, шаблоны для продажников, шаблоны договоров с экспертами и продюсерами, сценарии работающих вебинаров и другие шаблоны и материалы, которые ускорят и, главное, упростят запуск именно вашей онлайн-школы. Далее, пакет премиум. В этот пакет входит все то, о чем мы говорили в пакете стандарт, плюс дополнительно вы получаете доступ к нашему порталу и инструкциям. Инструкции, которые позволят вам работать 4 часа в неделю. Для тех, кто не является нашим учеником, мы продаем доступ к этому порталу с инструкциями, которые создавали, кстати, 1,5 года за 80 тысяч рублей. А вы его получите абсолютно бесплатно, потому что мы заинтересованы в успехе своих учеников. Вы нам потом дадите хороший отзыв, поэтому мы помогаем всем, кому нужно. Далее, пакет премиум. В пакете премиум вы получите от нас экспертов, если будете создавать онлайн-школу как продюсер. Напоминаю, что к нам постоянно обращаются эксперты из разных направлений, и мы добавляем их в лист ожидания, потому что продюсеров на всех экспертов не хватает. Также вы получите помощников, неважно, продюсер вы, кстати, или эксперт, помощники помогут вам с рутиной и всей операционной деятельностью. У нас есть своя школа подготовки бизнес-ассистентов, мы отвечаем за их трудоспособность и за то, что они были правильно подготовлены. Вам не придется искать помощников и проверять их на профпригодность или обучать их. Наши помощники сразу готовы приступить к работе в вашей будущей онлайн-школе. Конечно, зарплату платить им вы будете самостоятельно, но это уже с вашей прибыли. И следующая крутая вещь, которую вы получите в пакете премиум, это доступ к нашим партнерам. Это очень приятно. У нас есть своя партнерская программа, в которой зарегистрировано более 8000 партнеров. И часть партнеров могут лить трафик на ваш вебинар, и сразу вы получите сотни подписчиков. Согласитесь, это приятно. Когда создадите вебинар, настроите воронку продаж, письма, мы все это проверим и сможем добавить ваш вебинар в партнерку. Оплачивать вы будете один раз в месяц, либо за подписчика, в среднем 70 рублей за подписчика, либо процент от продаж, в зависимости от стоимости курса в вашей будущей онлайн-школе. Иногда выгодно платить за подписчиков, а иногда процент с продаж. Выбрать правильную модель расчетов партнеров, конечно же, мы вам поможем. Далее, это, конечно, пакет VIP. Для тех, кто не хочет самостоятельно что-то делать для запуска, а хочет получить уже готовую онлайн-школу, в этом пакете мы возьмем на себя все технические задачи и создадим за вас сайт школы, подключим сервис с рассылками, запишем серию писем, сделаем личный кабинет на GET-курсе. Мы проверим, протестируем и дадим вам уже готовую систему. Развивать эту школу вы будете уже сами, но по инструкциям. Итак, теперь о стоимости. Обычно мы продаем доступ в центр запуска школ Top School к нашей программе онлайн-школы на миллион по следующим ценам. Пакет стандарт – это 30 тысяч рублей, пакет премиум – 50 тысяч рублей и пакет VIP – 100 тысяч рублей. Как видите, это совсем недорого для программы, которая поможет вам создать онлайн-школу на миллион, да еще и с прибылью. Но, учитывая, что сейчас кризис, мы решили сделать для вас, участников нашего мастер-класса, хорошую скидку и взять первые 30 человек на обучение по сниженным ценам. Итак,
Для первых 30 пакет стандарт сейчас стоит 19 700 рублей, пакет премиум 24 700 рублей и пакет VIP 49 700 рублей. Скидка, кстати, действует в течение 2 часов. Сейчас модератор скинет в чат ссылку на регистрацию. Переходите по ссылке, выбирайте пакет участия и оформляйте ваш заказ. На оплату мы дадим вам один день, то есть оплатить вы сможете завтра. Сейчас главное оформить заказ, чтобы зафиксировать цену со скидкой. Для тех, кто успеет оплатить сегодня, мы приготовили супер бонус. Это 500 подписчиков бесплатно на ваш первый вебинар. При оплате в течение 2 часов вы получите этот бонус от нашего центра Top School. Бонус стоимостью 35 тысяч рублей. Когда вы сами начнете собирать подписчиков, то чтобы собрать 500 подписчиков, вам потребуется в среднем 35 тысяч рублей. Потому что это средняя рыночная цена за одного подписчика, и мы помним, она составляет 70 рублей. А мы сделаем рассылку по своим базам, чтобы вы получали хорошие продажи уже на вашем первом вебинаре. У нас есть несколько баз, в сумме это почти 250 тысяч подписчиков по разным темам, и мы готовы пропиарить именно ваш вебинар по нашим базам. Этот бонус вы получите при оплате любого из 3 пакетов участия в течение 2 часов. 500 подписчиков бесплатно на ваш вебинар. Вы сэкономите 35 тысяч рублей и получите первую прибыль уже на 10-й день после запуска вашей онлайн-школы. Согласитесь, это весьма приятно. Так что переходите по ссылке, выбирайте пакет стандарт, премиум или пакет VIP, оформляйте заказ и успейте оплатить его в течение 2 часов. Во время обучения перейти на другой пакет со скидкой уже нельзя. Если вы сейчас запишетесь на пакет стандарт, то перейти на пакет премиум вам, для того чтобы перейти на пакет премиум, вам нужно будет доплатить полную разницу между этими пакетами, то есть 20 тысяч рублей. Поэтому сейчас выбирайте подходящий именно для вас пакет. Повторю, чем отличается пакет премиум от пакета стандарт. Итак, пакет стандарт, выбрав который, вы получаете обучающий курс из 20 модулей с подробными видеоуроками, поддержку от наших кураторов и консультантов, ответы на вопросы и проверку домашних заданий, красивый шаблон создания сайта, шаблон писем для рассылок, шаблоны видеопродажников, шаблоны договоров с экспертами и продюсерами, сценарий продающих вебинаров и другие шаблоны и материалы, которые ускорят и, главное, упростят запуск именно вашей онлайн-школы. В пакете премиум входит все, что есть в пакете стандарт, плюс дополнительно вы получаете доступ к нашему порталу с инструкциями, который позволит вам работать 4 часа в неделю, экспертов, если будете создавать онлайн-школу как продюсер, и помощников, если планируете создавать онлайн-школу и не хотите работать с рутиной, потому что помощники помогут вам со всей рутиной и операционной деятельностью. И доступ к 8000 партнеров нашей партнерской программы. Пакет стандарт сейчас для вас идет со скидкой за 19 700 рублей, пакет премиум за 24 700 рублей. Переходите по ссылке, выбирайте пакет и прямо сейчас оформляйте заказ. Итак, спасибо нашему модератору, что отвечает на вопросы в чате. Давайте я расскажу, как будет проходить обучение. После оплаты вы получите доступ в личный кабинет, и первое, что надо будет сделать, провести индивидуальное собеседование с нашим куратором. По скайпу, по ватсапу, по вайберу или каким-то любым удобным для вас способом. С куратором вы обсудите ваш опыт, ваши способности, ваши цели, ваши желания, ваши мечты. Он расскажет вам, какие цели могут быть более реально достижимыми и какие цели достигли владельцы онлайн-школ по опыту от наших учеников. В результате собеседования будет определен алгоритм, по которому вы начнете обучаться и который приведет вас к вашей цели и самым быстрым и самым качественным путем. Вы будете изучать видеоуроки и материалы в той последовательности, которую определит алгоритм. Посмотрели урок, сделали домашнее задание. Куратор проверит ваше домашнее задание и даст обратную связь. Порекомендует, что нужно изменить для более успешного и лучшего результата. Вопросы вы сможете задавать в личном кабинете вот сколько угодно раз. Куратор будет отвечать на них в течение рабочего дня. Доступ в личный кабинет по времени не ограничивается. То есть уроки вы сможете пересматривать в любое время, через год, через 2 года. При этом, если какая-то технология в интернете изменится или в каком-то онлайн-сервисе изменится, например, интерфейс, то уроки будут перезаписываться и обновляться. Все обновления для вас будут абсолютно бесплатными.
Итак, теперь по срокам обучения. В каждом уроке есть среднестатистическое время на выполнение домашнего задания, это обычно 1, 2 или 3 дня. Но вы можете обучаться в своем темпе, который будет удобен вам, и выполнять задания, например, в течение недели. Можно брать паузы в обучении. Просто знайте, что мы готовы вам помочь максимально быстро запустить онлайн-школу, чтобы вы получили первую прибыль через 10 дней после старта. Но если вам не нужны быстрые деньги, то, пожалуйста, обучайтесь в своем ритме. Куратор вас в любом случае не бросит и будет сопровождать. Куратор будет вашим лучшим другом на протяжении всего периода обучения. Очень часто возникают ситуации, когда владелец школы не знает, что делать в определенный день, в определенный момент времени. Есть, то есть, полно задач, например, доработать сайт, проверить рекламные объявления, искать партнеров и так далее. А что конкретно делать сегодня, чтобы быстрее выйти на хорошую прибыль, владелец школы не знает. И тогда опытный куратор смотрит с внешней стороны на вашу онлайн-школу, на ваши действия, он сразу видит, на что нужно обратить внимание, сделать прямо сегодня, а что завтра, и вот дает вам конкретный план действий, и это снова очень удобно. В определенные этапы вашей школы вы будете получать необходимую помощь от нас в запуске онлайн-школы. Например, когда у вас будет готов первый вебинар, мы сделаем рассылку по всей базе, чтобы вы получили подписчиков бесплатно, и это наш бонус для вас. Когда вы дойдете до делегирования и возьмете первого помощника, мы дадим вам доступ к порталу с инструкциями и поможем адаптировать его для вашей школы. Когда вы протестируете продажи на первом вебинаре, и мы добавим его в нашу партнерку, чтобы более 8000 партнеров могли его рекламировать, а вы сможете получать массовый трафик без собственных вложений в рекламу. Итак, какие конкретно результаты будут у вас и за какие сроки? Давайте поговорим об этом. 30-40 тысяч рублей – ваша первая прибыль вашей онлайн-школы через 10 дней после старта. 100-150 тысяч рублей вы сможете зарабатывать через 1 месяц после старта. 300-400 тысяч рублей вы будете получать, и это ваша чистая прибыль через 2 месяца после старта. 1 миллион рублей – вы заработаете чистыми через 3 месяца после старта, и 10 миллионов рублей вы заработаете чистыми через 1 год после старта. Еще раз покажу вам некоторые результаты наших учеников. Школа домашнего фитнеса. 1 миллион 800 тысяч рублей в месяц. Это наша ученица Ольга Колесникова. Нашла эксперта, который раньше был фитнес-тренером, списалась с ним в Инстаграме, спродюсировала его. Сейчас обучает женщин, как стать стройнее, занимаясь только дома. Второе – это школа рукоделия, 1,5 миллиона рублей в месяц. Здесь наша ученица Светлана Дьяченко продюсирует несколько экспертов. У нее в онлайн-школе 8 курсов по разным видам рукоделия. Декупаж, вязание, бисероплетение, флористика и другое. Каждый курс приносит около 200 тысяч рублей в месяц. А в сумме онлайн-школа рукоделия обеспечивает Светлане 1,5 миллиона рублей ежемесячно. Следующее – это школа дизайна. 2 миллиона 300 тысяч рублей в месяц. Это один из наших лучших учеников, Сергей Гроховский. Он эксперт по дизайну интерьеров. Мы помогали ему упаковать свои знания в онлайн-тренинг, помогли создать онлайн-школу. И теперь он обучает всех желающих довольно востребованной и высокооплачиваемой профессии дизайнер интерьеров. Школа детского воспитания и развития, 800 тысяч рублей в месяц. Это наша ученица Анна Вишнякова. Она сама эксперт, детский психолог, раньше занималась консультациями. А сейчас создала онлайн-школу и обучающие курсы для родителей по воспитанию детей с 3-летнего возраста или, например, дошкольного развития. Школа подготовки бухгалтеров, 1 миллион 200 тысяч рублей в месяц. Здесь наш ученик Андрей Овчинников работает как продюсер с 3 экспертами, и в его школе обучают курсом по работе в 1С бухгалтерии, по бухгалтерскому учету и многое-многое другое. А вы хотите такие же результаты? Переходите по ссылке, выбирайте пакет участия, оформляйте заказ. Скидка действует менее 2 часов. Так, вижу, уже несколько человек записались и оплатили. Отлично, молодцы, вы получите супербонусы. Обучение с поддержкой будет идти до результата, в зависимости от ваших целей и желаний, зафиксированных в первом модуле. Но доступ ко всем урокам, всех 20 модулей программ будут у вас без ограничений по времени. Доступ открыт навсегда.
На обучение действует также годовая гарантия. Если у вас что-то не получится или если у вас просто изменятся обстоятельства, то мы возвращаем деньги. Вы ничем не рискуете, записываясь на обучение в центр запуска школ Top School. Друзья, все мы уже взрослые люди, я думаю, нет смысла вам вас долго мотивировать и рассказывать про успешный успех, но если вы еще сомневаетесь создавать онлайн-школу или не создавать, то посмотрите, что даст вам онлайн-школа и подумайте, хотите ли вы этого. Много денег – это несомненное преимущество. Уверенность в завтрашнем дне, свободу от работы, достижение ваших целей и вашей мечты и, естественно, счастливую жизнь. Я уверен, что вы этого хотите, поэтому начинаем действовать из не завтра, а прямо сейчас. Начните менять свою жизнь, мы готовы вам и рады вам в этом помочь. Мы поможем вам создать онлайн-школу в самые кратчайшие сроки, вывести ее на миллионную прибыль, причем очень быстро. Смотрите, чем наш центр запуска школ Top School отличается от конкурентов. Сейчас многие обучают о том, как создавать онлайн-школы. Вы, наверное, видели разную рекламу вебинаров, курсов по созданию школы. Первое. Мы не стрижем всех учеников под одну гребенку и подстраиваем алгоритм обучения под именно ваши цели, ваши желания и вашу мечту. Второе. Стоимость обучения у нас на порядок ниже, на порядок дешевле, чем у конкурентов. Я думаю, вы видели на других вебинарах, продают курсы за 150, за 300 тысяч рублей или даже за 1,5 миллиона рублей. Третье. Мы доводим учеников до конца и выводим на первую прибыль уже через 10 дней, а не через 1 или 2 месяца, как у конкурентов. Четвертое. Мы помогаем с трафиком, пиарим ваши вебинары по своим базам абсолютно бесплатно. Также можем добавить ваш вебинар в нашу партнерку. Пятое. Продюсерам мы даем свободных экспертов, которые к нам постоянно обращаются, а экспертам даем помощников, которых самостоятельно именно для вас обучили. Шестое. Мы даем доступ к порталу с инструкциями, которые помогут систематизировать вашу онлайн-школу и работать всего 4 часа в неделю. Такого вам точно никто не даст, и тем более бесплатно. Седьмое. Мы закрываем все проблемные места, которые могут возникнуть при создании школы и в ее дальнейшей работе. Мы гарантируем прибыльность именно вашей онлайн-школы, потому что мы помогаем решать проблемы своим ученикам. Так, вижу вопросы в чате, спасибо модератору, что отвечает, а я пока рассказываю вам дальше. У большинства владельцев онлайн-школ чаще встречаются следующие две проблемы, как увеличить продажи на вебинарах и где взять больше подписчиков. Мы помогаем решать эти проблемы своим ученикам. Итак, первое, нет продаж на вебинарах. Многие проводят вебинары и не получают продажи, а все потому, что участники вебинаров не видят ценности в ваших курсах. У вас слабый оффер. А мы поможем докрутить ваш вебинар и ваш оффер до, так скажем, нужного состояния. Например, вы создали онлайн-школу для дачников, как выращивать овощи, фрукты на своем огороде. Записали курс про то, как увеличить продажи огурцов, помидоров, яблок, картошки и так далее. Ценность этого курса в том, что целевая аудитория научится все это выращивать у себя на огороде и обеспечить себя вкусной и полезной едой. Как увеличить ценность курса? Хороший вопрос. Чтобы добавить оффер, чтобы курс можно было продавать дороже, и чтобы его покупала больше аудитории, во-первых, можно добавить в оффер про то, как выращивать и зарабатывать на продаже овощей. То есть не только выращивать для самих себя, но и на продажу. И это не про то, как стоять на рынке и торговать, а про то, как сделать так, чтобы клиенты сами приезжали к вам на огород и покупали картошку, яблоки, фрукты, помидоры, клубнику и все остальное. Как разместить бесплатные объявления на бесплатных каталогах, таких как Авито, например. Как создать бесплатный сайт и разместить там информацию о продаже своих овощей и фруктов. Как создать свое сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках, чтобы и там рекламировать продукцию своего огорода. Как правильно фотографировать те же огурцы, помидоры, яблоки, чтобы, глядя на фотографию, захотелось их купить. Если про это вы сделаете курс в вашей онлайн-школе, то ценность курса, я уверяю вас, возрастет в несколько раз. И такой оффер будет намного сильнее, чем просто мы научим вас выращивать помидоры.
А если еще больше подумать над оффером для онлайн-школы дачников, то можно не только про овощи, фрукты писать и обучать. Например, для тех, у кого есть козы, кто держит их для себя и сам пьет, например, козье молоко. Многие не знают, как делать домашний сыр или творог из козьего молока, а эти полезные натуральные продукты стоят довольно дорого, и на них можно хорошо зарабатывать. Все это можно упаковать в большой онлайн-курс, где будет и про выращивание для продажи для себя и на продажу овощей, фруктов, про изготовление натурального сыра из козьего молока и про привлечение клиентов для продажи всей этой продукции. Усиление оффера – это добавление преимуществ и выгод для ученика вашей онлайн-школы. Кто понял, как усиливать оффер онлайн-школы, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кстати, эта задача не всегда тривиальна, но у нас большой опыт. Если на вашем вебинаре будет мало продаж, мы поможем усилить именно ваш оффер, чтобы продаж было больше. И вот вторая проблема большинства владельцев онлайн-школ, где взять подписчиков. Многим школам недостаточно трафика. Как делают многие владельцы школ, настраивают контекстную рекламу в Яндекс.Директ по поисковым запросам, например, курс английского языка или курс по похудению. А есть еще много количества аудитории, которая ничего не ищет в Яндекс, но они могут купить ваш курс. Чтобы понять, где брать подписчиков, посмотрите следующий слайд. Здесь изображена статистика с процентными соотношениями людей, которые что-то покупают в интернете. Давайте разбираться. Всего 3% от аудитории в интернете покупают, ищут или что нужно купить в интернете. Находятся они всегда в активном поиске. Именно эту аудиторию, под эту аудиторию настраивают большинство онлайн-школ свою рекламу. 7% аудитории покупают в интернете, но они ничего не ищут в поисковых системах. На них хорошо работает таргетинговая реклама ВКонтакте, Facebook, Instagram. То есть они увидят что-то интересное, рекламу какого-то интересного вебинара и подписываются на этот вебинар. 30% аудитории в интернете, которая не думает о покупках, но потенциально они тоже могут прийти на ваш вебинар и купить курс. На эту аудиторию хорошо действует статья на сайте, видео на YouTube, посты в соцсетях. Это называется контент-маркетинг. Еще 30% аудитории думают, что им ничего не нужно. Здесь хорошо работают партнерские рекомендации и работа с блогерами. Большой процент людей не доверяют никаким рекламным объявлениям, никаким статьям на сайтах. Но они могут довериться, например, известному блогеру, на которого подписаны. И если он скажет, что он в той онлайн-школе очень хороший курс с каким-то результатом, то люди ему поверят и пойдут и запишутся именно на ваш онлайн-курс. И последние 30% аудитории категорически против любых покупок в интернете. Но даже без них мы получаем 70% людей, которые потенциально могут стать клиентами именно вашей онлайн-школы. Просто нужно понимать их поведение в интернете и знать, какую рекламу настраивать, как настраивать и в каких рекламных каналах. Есть еще один секрет про то, как увеличить трафик и не слить рекламный бюджет впустую. Это посмотреть, откуда льют трафик конкуренты вашей школы. Есть очень полезный сервис, я сейчас вам его дам, называется он SimilarWeb. Если вы захотите узнать, откуда идет трафик на ваших конкурентов, можете там посмотреть. Особенно на старте вашей онлайн-школы, когда будете выбирать, откуда лить трафик из ВКонтакте, из Фейсбука или же, например, из Инстаграма. Посмотрите, откуда льют трафик конкуренты. Если видите, что из Фейсбука никто из конкурентов в вашей теме не льет трафик, значит реклама там просто не окупается. Мы максимально помогаем решать проблему с подписчиками как на старте школы, так и в процессе работы. Напомню про бонусы. На первый ваш вебинар мы сделаем рассылку по всей базе, а в дальнейшем добавим ваш вебинар в нашу партнерку, и более чем 8000 партнеров смогут лить трафик именно на ваши будущие вебинары. Зачем все это мы делаем? Резонный вопрос. Зачем обучаем, помогаем, доводим до желаемого результата учеников? Цель у нас одна. Создать большую команду владельцев онлайн-школ, которая будет помогать развиваться как самим владельцам, так и нам. Мы хотим создать
миллиардную компанию, международную сеть онлайн-школ, с кем-то из вас стать партнерами. Я думаю, вы понимаете, что в команде и в партнерстве гораздо быстрее идет развитие, и всегда можно рассчитывать на взаимопомощь, ну, абсолютно в любых вопросах. Итак, поэтому записывайтесь, конечно же, на наше обучение, в наш центр запуска онлайн-школ Top School, чтобы реализовать все свои хотелки, достичь мечту в самые короткие сроки. Давайте еще раз расскажу, что вы получите, записываясь в программу «Онлайн-школа на миллион». Первый модуль – определение целей. Второй модуль – выбор направления онлайн-школы. Третий модуль – бухгалтерия и финансы. Четвертый модуль – поиск экспертов. Пятый модуль – оффер для вашей школы. Шестой модуль – создание сайта школы. Седьмой модуль – настройка необходимых онлайн-сервисов. Восьмой модуль – продающий копирайтинг. Девятый модуль – создание продающих вебинаров. Десятый модуль – реклама и маркетинг. Одиннадцатый модуль – создание платного курса. Двенадцатый модуль – организация процесса обучения. Тринадцатый модуль – продажи. Четырнадцатый модуль – email-маркетинг. Пятнадцатый модуль – делегирование рутины. Шестнадцатый модуль – увеличение продаж. Семнадцатый модуль – пиар-школы. Восемнадцатый модуль – найм сотрудников. 19 модуль – автоматизация. И 20 модуль – как работать всего 4 часа в неделю. Повторю, чем отличается пакет премиум от пакета стандарт. В пакете стандарт вы получаете обучающий курс из 20 модулей с подробными видеоуроками, поддержку от наших кураторов и консультантов, ответы на вопросы и проверку домашних заданий, красивый шаблон сайта онлайн-школы, шаблоны писем для рассылок, шаблоны для видеопродажников, шаблоны договоров с экспертами и продюсерами, сценарий продающих вебинаров и другие шаблоны и материалы, которые ускорят и упростят запуск вашей онлайн-школы. В пакете премиум в него входит все, что было в пакете стандарт, также дополнительно вы получаете доступ к нашему порталу с инструкциями, который позволит вам работать всего 4 часа в неделю. Экспертов, если будете создавать онлайн-школу как продюсер, и помощников, если планируете создавать онлайн-школу как эксперт. Доступ к 8000 партнерам нашей партнерской программы. Пакет стандарт сейчас для вас стоит всего 19 700 рублей. Пакет премиум 24 700 рублей. Переходите по ссылке, выбирайте пакет и, конечно же, оформляйте заказ. Вижу, что уже 23 человека оплатили участие, значит, осталось еще 7 мест со скидкой. Напомню, что при оплате в течение 2 часов вы получите супер бонус от нашего центра. Это 500 подписчиков бесплатно на ваш первый вебинар. Бонус реальной стоимости 35 тысяч рублей. Кроме пакета стандарт и премиум, у нас есть пакет VIP. В нем мы все сделаем за вас. Вы получите готовую онлайн-школу и научитесь ей управлять. Расскажу еще раз, как проходит обучение в пакетах стандарт и премиум, за какие сроки вы получите желаемые результаты. Давайте еще раз с удовольствием об этом поговорим. После оплаты вы получите доступ в личный кабинет. Сначала вы будете проходить индивидуальное собеседование с нашими кураторами по скайпу, по ватсапу, по вайберу. С кураторами вы обсудите ваш общий опыт, ваши способности, ваши цели, мечты, желания. Какими могут быть реально достижимые цели у вас, как у владельца онлайн-школы. И, естественно, мы поделимся с вами опытом от наших учеников, которые уже добились значительных успехов. В результате собеседования будет определен алгоритм, по которому вы начнете обучение и который приведет вас к вашим целям самым быстрым и правильным путем. Также вы будете изучать видеоуроки и материалы в той последовательности, которую определит алгоритм. Посмотрите урок и сделайте домашнее задание. Куратор проверит домашнее задание и даст обратную связь. Порекомендует, что изменить для лучшего результата. Вопросы вы можете задавать в личном кабинете вот сколько угодно раз. Куратор с удовольствием на них будет отвечать в течение рабочего дня. По срокам обучения. В каждом уроке есть среднестатистическое время на выполнение домашнего задания. Обычно это 1, 2 или 3 дня, но вы можете обучаться и в своем ритме, который удобен именно вам, и выполнять задания в течение, например, недели. Доступ в личный кабинет по времени тоже не ограничивается. В определенные этапы вашего обучения вы будете получать необходимую помощь от нас в запуске своей онлайн-школы. Например, когда у вас будет готов первый вебинар, мы сделаем рассылку по своей базе.
чтобы вы получили подписчиков бесплатно, и это наш бонус для вас. Когда вы дойдете до делегирования и возьмете своего первого помощника, мы тоже дадим вам доступ к порталу с инструкциями и поможем адаптировать его именно для вашей школы. Когда вы протестируете продажи на первом вебинаре, мы добавим его в нашу партнерку, чтобы более 8 тысяч наших партнеров смогли рекламировать, а вы сможете получать массовый трафик без собственных вложений в рекламу. Какие результаты вы сможете получить и за какие сроки? 30-40 тысяч рублей – первая прибыль вашей онлайн-школы через 10 дней. 100-150 тысяч – это уже через 1 месяц. Хотите 300-400 тысяч – пожалуйста, через 2 месяца у вас будет такая сумма. 1 миллион рублей вы заработаете чистыми через 3 месяца после старта. И, конечно же, 10 миллионов рублей вы заработаете чистыми через 1 год после старта. Друзья, напишите, как вам сегодня все понравилось? Получили ли вы пользу от мастер-класса? Вдохновились ли вы идеей созданием своей онлайн-школы? Отлично! Спасибо! Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, спасибо за то, что посетили наш мастер-класс. Все вопросы по обучению вы сможете задавать онлайн-консультанту на сайте. Наши консультанты работают практически круглосуточно. Вижу, что 27 человек уже оплатили участие, значит, осталось всего 3 места со скидкой. Напоминаю, что при оплате в течение 2 часов вы получите супер бонус от нашего центра Top School. Это 500 подписчиков бесплатно на ваш первый вебинар. Бонус с реальной стоимостью 35 тысяч рублей. Так что, друзья, переходите по ссылке. Если вы еще не записались, то успеете оформить и оплатить заказ за один из трех пакетов. Все, пока!